Народ присоединяется. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Привет-привет, по традиции давайте сначала познакомимся. Меня зовут Анжелика Потапова. Я мастер-инструктор по росписи и дизайну ногтей. То есть каждую неделю в прямых эфирах мы рисуем вот такую красоту. Я бесплатно вас обучаю. Вот, сегодня буду делать экспресс-дизайны, так что мотайте на ус. Итак, первый дизайн у нас будет простенький. Да, самый несложный, и потом дальше будем раскачиваться. Да, это вместо безворсовых салфеток. Для типсиков я экономлю, да, скажем так, зачем переводить дорогие безворсы, когда можно нарезать такие салфетки. О, все начали писать сразу. Здравствуйте, все поняли, что это живьём. Да, живой эфир, живые эфиры народ любит. Да, я поняла, что автоэфиры никому нафиг не нужны. Но все-таки приветик. Вот Катя. Сегодня буду делать сама себе ногти, первый раз, думаю, получится. Желаю вам удачи, конечно, получится. Главное не торопиться и терпение. Если что-то не получается, всегда можно стереть, переделать. Привет, здравствуйте, привет. Да, здравствуйте. Ну, сейчас, вот, пока вы здороваетесь, покажу затравочку для первого дизайна. У меня тут уже укрепление базами новыми из наборов макияжа ногтей. И вот для дизайна, для основы нам понадобится белый. Белый терраца, у него прикольная основа, и плюс еще такие вкрапинки. Частички вот у меня на указательном пальчике, то есть это у нас будет основа под первый несложный дизайн, ленивый градиент, так сказать. Вот сейчас вас научу. У меня уже есть типсик подготовленный, можно сейчас еще крупнее сделать, да, чтобы вам было лучше видно. Вот, если какие-то фильтры вдруг включу, вы там подсказывайте. Да, спасибо, здравствуйте. Вот, тин, значит, 5.19. Это полноценная база уже с цветом, уже с частичками. То есть сразу ей можно сделать и укрепление, и цвет, и дизайн. Но вот она у меня будет как основа под дизайн сегодня. Ну, поскольку типсик и так ровный, я особо выравнивание ему уже делать не буду. Просто положу вот этот белый пигмент как основу. Да, это у нас такая прям летняя тема. Потому что под загар белый цвет смотрится шикарно. Типсы закрепила, она у меня на таком специальном пластилинчике офисном, да, на магнитной подставочке, то есть это с AliExpress. И вот сейчас, как техника выравнивания экспресс, я вам все равно показываю, увлажнила типс, взяла каплю побольше. Пластилинчиком таким зелененьким, покажи пластилинчик где-нибудь. У меня под рукой не совсем, это офисный пластилин такой, он зеленый-белый бывает, на AliExpress можно заказать или в ногтевом магазине, то есть он многоразовый такой. Приветик, приветик. Привет, привет. Вот видите, с легким выравниванием я уже сделала себе красивую основу. У меня такой, видите, эффект аквариумный, что ли, получается. И сейчас на этой основе мы будем делать такой ленивый градиент. Будем бомбить сердечко красивое. Так что, друзья, сейчас будет клево. Могу перевернуть типсик. Приветик, приветик. Вот, смотрите, как уже красиво. База сама самовыравнивается, блик есть хороший, поэтому я уже сушу. 30 секунд они полимеризуются. Дела отлично. Вот видите, вышла к вам в живой эфир рисовальный. 146 человек. Я вас обожаю. Сейчас будет лето креатив. Смотрите, друзья, кто к нам приезжает. А к нам приезжает супертележка. Что у меня на этом телефоне не супертележка. Я сейчас ее немножко отдалю и еще раз прикачу вам в кадр. Аленушка пишет, у меня опять через раз проходит сообщение. Мы только что заходили в функции, там такие модерация, короче, и отключили все фильтры, то есть у нас там стоит, да, галочка, отключены все фильтры, это уже я не знаю почему. Это уже хулиганит, видимо, ТикТок. Это уже мы не знаем, что делать. И летом, вот вы спрашиваете, какие в тренде цвета? Конечно же, яркие, прикольные, сочные, то есть хочется прям вот этой красоты. Котикин волос прилетел. Вот, ну как же без котики, да, в эфире. Вот, и что я делаю? Мне для первого дизайна можно прям на палитру поставить несколько таких горошин. То есть много цвета не надо. Прям вот по чуть-чуть. Ну, в принципе, у меня еще будет в третьем дизайне, да, неоновые такие пигменты. Мы будем делать еще одуванчик красивый. Мы с вами сделаем в море волны, да, такие. Поэтому яркие цвета нужны. Итак, вот первый цвет я положила. Сент-Винсент. Это от Nano Professional. Видите, такой плотный неончик. Потом нам еще понадобится оранжевый красивый. У Nano это мандарины в шампанском. Да, такой классный, тоже насыщенный оранжевый. Прям очень вкусные цвета, я такой прям обожаю. Ставьте плюсики, кто тоже сейчас вот летом любит такую яркость, такие роскошные, веселые цвета.
Так, дальше добавляем мы розовенький королевство Гренада. Вот за что люблю еще Нана, то что у них каждый цветничок обозначен такой пуговкой с цветом, и она действительно совпадает, то есть можно сразу, глянув на гору флаконов, понять, какой цвет тебе нужен. И название, то есть уникальное название для каждого цвета, тоже как такой элемент памяти для клиента, то есть они иногда прям по цветам запоминают. Плюсики, плюсики, вот пошел, вижу, вижу, девочки. Да, и мальчики ставят, то есть любите такие цвета. Я вас поддерживаю, я тоже люблю. Вот и будем сегодня творить. Еще нам понадобится фиолетовенький. Там цвета бомба, но у моих клиентов почему-то попер нюд, пишет Альбина. Нюд попер. А хотите, друзья, вот сейчас выкрасим вот эти на палитру, я уже доставила голубенький. Хотите, я вам покажу новую лимитированную коллекцию Нана. Я сейчас готовлю обзор на YouTube, там все нюдовые. То есть такая коллекция, я к вам пишу. Вот, хотите, покажу, какие там нюды? Ставьте плюсики, если надо показать. Я буду ориентироваться по вашим хочушкам. Вот наш типсик уже готов из лампочки. Давай, да, показать? Покажу сейчас немножко, прям на минуточку отвлечемся, но заодно вы будете в курсе новинок. То есть вот тоже у Нана вот яренький, веселенький, я показала вам, который мы сегодня, да, задействуем. Есть у них еще коллекции макарон. Да, да, пошло плюсы, Ага, надо, хотите. Хочу. Вот это были яркие, то, что мы сегодня в дизайне используем. Еще у Наны есть пастельки макарон, которые такие чуть приглушенные. Вышла коллекция красных лимитированная. И вот самая последняя, самая новая лимитированная коллекция, это вот такие нюды. Нюды, значит, всех тонов, всех, скажем, под все типы кожи. То есть 4 плотных эмалевых оттенка, вот такие. Они прям очень классно смотрятся, да, прям такой совсем бежевый, чуть-чуть вот в теплоту, но все-таки в беж. Вот этот как холодная пыльная роза, очень популярный оттенок. Вот это такой уже прям побелее к слоновой кости, и 2 полупрозрачных на френч. То есть они все как под френч идут и как самостоятельные. Просто фишка в том, что очень вот эти 4 оттенка очень плотные, однослойные. А это всегда плюс. Я сама где-то... Покажите легкий дизайн из неоновых цветов. Вот прямо сейчас Happiness прям для тебя самый простой, самый легкий дизайн из неоновых цветов. Клиент, угу. Без не. Я сама не клиент, обожаю. Без не. Ага. Без понятно. Не читай. Я сама клиент, обожаю цвета. Сочные цвета. Угу. Так кто их не любит, конечно. Вот, коллекцию показала. Сейчас сниму остаточную дисперсию с базы. Привет, а можно сделать маникюр на ломанные ногти? Конечно, можно, с помощью разных средств можно дорастить и исправить все ошибки природы и поломки, скажем так. Вот я сейчас с базы сняла липкость, смотрите, все равно она красивая, ровненько лежит. И вот очень простой дизайн. Мы будем делать сердце из неоновых, да, Happiness, смотри внимательно, подписывайся. Берем тоненькую кисточку, кисточка-волосок у меня в данном случае, тот же от Nano Professional. Вот такой артикул для тех, кто хочет прям тонкую кисть для тонких линий, классную. Вот это прям находка. Стоит она в районе 250 рублей, то есть доступная цена. А что делать, если ногти растут вверх? Вот у меня на YouTube-канале есть подробные видео, и в ТикТоке есть такие видео. Друзья, сразу скажу, что у меня очень полно бесплатной информации. После эфира зайдите на мою страницу и нажмите на ссылку «Топлинк» в описании профиля. Там откроется вам и YouTube, и Instagram, там, где вот есть этот бесплатный контент. Потом посмотрите. Сейчас рисуем, поэтому вопросы лучше по рисовашкам. Вот, и хотела быстренько вам... Задавайте любые. Не, задавайте любые, но по базам там вот такого плана это отдельная история. И хочу вам показать сразу бумажку с ссылкой и с промокодом. Это сайт NanoProf, материалами которых я работаю. И вам показываю и по моему промокоду Ангел скидка 5%. То есть, если вы искали классные лаки, хотели прям вот обновить палитру, то заходите и пользуйтесь скидкой. У них и так каждый месяц скидки бывают, а мой промокод еще плюсуется. Ну что, это я вам донесла. И теперь погнали, давайте. Где маникюр делаете? Сама себе делаю свой маникюр. Привет, скажи, пожалуйста, какая цена гель-лака этой марки? Конкретно Nano, вот эти вот, да, пузыречки, то, что я показывала, стоит без скидки 550 рублей, 6 миллилитров. Но это гель-лаки действительно качественные, классные и со скидкой, конечно же, более доступная цена. Вот от скольки можно со скидкой взять? А там есть более предыдущие серии, за 100 рублей вы можете даже купить, то есть у них каждый раз скидка на предыдущие, скажем,
коллекции, да, которые вот они выводят из продажи, их можно за 150 рублей вообще купить, вот, а такие вот прям их трендовые последние 550, но это без скидки, а со скидкой, соответственно, 500 и меньше. Угу. У вас шикарный маникюр, спасибо, что подписываетесь. Привет, скажи, пожалуйста, какая цена, это я ответила. Спасибо за подписку, друзья, да, не теряйте меня. Мы находимся в Москве. Спасибо. Вот маникюр мы делали в прямом эфире. Мы не игнорим, вас не видно. Надо всегда самый лучший. Все верно. Только на лучшем работать. Мы не игнорим, это ТикТок у нас просто не всегда пропускает. И что я сейчас делаю? Набрала на тонкую кисточку немножко цвета и начала рисовать форму сердечка. Сейчас моя задача сделать такие полосочки равной ширины, которые мы с вами потом будем градиентить. То есть у вас шикарный маникюр, пишет Анна. Да, спасибо. То есть я сейчас кладу полосочку определенной такой толщины, ширины, из которой мы будем потом делать градиент. Вот, можно... Кто-то увидел, да, что Юля до этого писала? Просто мы не видим, например... Не все сообщения ТикТок, к сожалению, пропускает, несмотря на то, что мы в настройках выбрали, чтобы пропускало все. То есть при модерации мы отключили, там какая-то теперь есть галочка, при модерации включить, выключить. И фильтр по словам, мы всю эту фигню отключили, и все равно сообщения не все проходят. Не знаем, с чем это связано. Вот-вот, я и говорю. Ну, то есть я сейчас стараюсь сделать полосочку очертания сердечка равной такой толщины. Вот нарисовала загидушку. Вот happiness я вижу, написала, что не видит, что Юля что-то писала. Угу. Вива Лафрола тоже не видит. Аленушка тоже не видела. Голубенький Плюсик берем. Вижу. Не видно ее сообщение, тоже вижу такое сообщение. Ее сообщения не было. Голубенький кладу. Аленушку опять вижу. Что не проходит ее сообщение. Вот, положила. Вообще у нас ТикТок пропускает в основном сообщения, в которых написано, что не видно. Это очень странно, он работает. Да. Вот видите, кладу опять колбасочку другого цвета, опять вытираю кисточку. И такое сочетание тоже подбираю, чтобы хорошо друг в дружку входили цвета. То есть фиолетовый в голубой хорошо входит, голубой хорошо входит в желтый цвет. Да, поэтому я вот уже сразу себе делаю такую разметку. Вот, сейчас будем такой делать легкий-легкий градиент. Вот у меня уже сердечко острие. Острие низушка у меня будет вот такая. И наверх поднимаю. Спасибо, что говорите, кладу, а не ложу. А это смотря где. Вот в России кладу, а в Украине, по-моему, ложу. Это нормально. Ложить. Угу. Там, по-моему, правильно. Так. Ну, положила. Ну, да. Вот. То есть галочка так. У меня, низушка вот это острие, желтенькая. Можно, вижу. Сейчас проходит, Алёнушка, сейчас проходит. Угу. И вот у меня уже оранжевый цвет еще дальше идет. Да, и плюс у нас еще будет розовый. То есть вот очертание сердечка я сейчас делаю. Вот как из неоновых цветов сделать цвета. Такой прикольный градиентик. И вот розовая дуга тоже у нас здесь пошла. И опять затишье, наверное, там это ТикТок решил ничего не пропускать. Ага. Мы делаем вот такую красоту сейчас в эфире. Тебя спрашивает королева Киара, сколько лет занимаетесь маникюром? 10 лет уже в профессии. Мне кажется, ты 10 лет только уже говоришь, что 10 лет в эфир. 10 лет это когда я уже отучилась, да, так-то я увлекалась ногтями еще и до того, как отучилась. Вот. Сейчас сильно ровные контуры меня не интересуют, потому что сейчас мы возьмем кисточку и будем уже подгонять это дело. То есть нулевочку, точнее, волосочек я уже закрываю колпачком, да, обязательно. Как сделать хороший опил миндаля? Аленушка, реально через одно пропускает. А вот у нас как раз был эфир, вот с моими ногтями был сегодня автоэфир. Но я, видимо, поставлю его еще не раз, чтобы, да, вы могли посмотреть это дело.
Нужно, конечно, тренироваться. Тут такой вопрос. Какая у вас любимая техника? Пионер или Панасоник? Чтобы градиент был плавный, можно капельку топа. Какая техника у тебя любимая? Техника в дизайне, в маникюре. Вы что имеете в виду? Аленушка пишет, буду просто смотреть. Сейчас кисть нулевочку беру, она чуть-чуть пошире, да, уже не как волосочек. Могу ее вот так расплющить и слегка увлажнить в чистом топе или жидкой базе. Жидкий топ или база. И вот эти границы мы сейчас аккуратненько-аккуратненько начинаем натушевывать. То есть я пошла сюда и начинаю эту полосочку вот так растягивать поглаживающим движением. Видите, какой клёвый у меня уже получается градиентик. В маникюре, да и в дизайне тоже интересно узнать. Ну, профессионально вот я уже ответила, 10 лет. Техника. А, еще раз, в маникюре комбинированный. А в дизайне? А, растекашки. А, вот, видите? Техника по-мокрому. То, что сейчас на пике популярности. Теперь могу опять кисточку вот так вытереть. Опять в чистеньком топе немножечко очистить. И смешиваю теперь желтенький с голубеньким аккуратненько. Топ-топ, как бы выглаживаю. У меня здесь на стыке получается даже зелененький, которого здесь не было, да, в градиенте. Ну вот он у нас сам с собой с вами намешался. Да, по закону цветового круга. Вот. Такой художественный прием. Видите, мы уже какую красивую радужку сделали, какой мягенький переход. Опять кисточку сбрасываем. Ничего сложного, правда? Главное, немножко аккуратненько, да, не это торопиться. Это ты у кольцевой лампы украла идею. Какую? С радугой. А, с радугой-то. Вот, и здесь теперь. Тоже делаю переходик мягенький. Шлеп, 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 шлеп. Это шедевр, пишет. Угу, спасибо. Очень красиво. Спасибо, девочки. Спасибо. И мальчики. И мальчики. А то вдруг там мальчики кто-нибудь есть. Мальчики да, есть Егорушка с нами? Сегодня с нами. Нет, наверное, я один мальчик здесь сегодня. Вот, и здесь тоже такой прикольный красно-оранжевый на стыке. И пошла уже вот сюда. Ну и осталась у нас центральная вот эта часть. Мы сейчас аккуратненько, да, соединим. И выведем острие сердечко. Ну и теперь можно чуть-чуть еще подправить кое-где, да, вот здесь хочется розовенький чуть-чуть пошире положить, да, чтобы сердечко было такой равномерной толщины. Теперь я уже могу как по контурам, да, почетче вот это все сделать. Вот. В принципе, нравится мне. Здесь сбоку тоже хорошо. Вот, хорошее такое сердечко, да? В принципе, что тут еще можно? Вот здесь, может быть, чуть поаккуратнее сразу, чтобы было красиво. Тебе где-то в трансляции надо в уголочке писать «Москва на связи», а то все спрашивают, в каком откуда, городе, откуда? Да? А есть разница, из какого города? Онлайн же он такой. Можно быть в любой точке мира, да, и рисовать, учиться. Вот то, что мы сейчас с вами делаем. И чуть-чуть здесь его пошире. Главное, хочу. Не в каком городе, а главное, что вы еще не спите, и вы с нами. Да, время сейчас еще такое хорошее. Вот, и чуть-чуть вот еще тут желтенький подтушую. Если мы хотим поинтенсивнее, то мы можем еще раз, да, растянуть сердечко. Я, в принципе, наверное, так и сделаю, чтобы поплотнее были цвета. Сейчас на 30 секунд отправляю на просушку и продублируем. Да, и у нас уже сейчас будет с вами вторая эта часть дизайна, то есть очень модная, которую я вам секрет? Покажу. Нет, просто спрашивают, каждые 5-10 минут уже надоело отвечать одно и то же. Ну, пусть спрашивают. 30 секунд сейчас сушим, и снова возьмем кисточку волосочек, положим опять цвета, как мы делали, и чуть-чуть еще поднатушуем. Семенова пишет, у меня время 0:20. Ого! Вот Аленушка вон там за нас уже бомбит, что Москва. Да, уже знают. Вот, видите, уже с первого слоя какой красивый плавный градиент мы получили. Вот этот модный белый эффект, как будто перепелиное яичко, да, сейчас модно вот это все. И чтобы он просто был поплавнее и посочнее, я еще раз набираю опять фиолетовенький на тонкую кисточку. Вот, сейчас 22-20. Так, угу. У вас через 2 минуты надо загадывать желание, там, кто загадывает желание на 22-22? Угу. И сейчас вот снова повторяю свои шаги.
ты еще там рисуешь? Ага. Там да-да, у меня уже пирожки. Да-да, да мне-то вообще все равно, какой город, просто люди новые заходят. Новые люди, кто заходит, подписывайтесь, потому что выхожу в эфир и делюсь с вами классным контентом. Бесплатно абсолютно. От вас, у нет? меня уже первый час ночи, но ради эфира готов на все, Альбина пишет. Вот. Так, у меня 22:20. Ждали эфир, да? В Телеграме все подписались. Какой город они у нас спрашивают? Так, да мне вообще-то это прочитала. Давайте я буду через 5-10 минут писать, пишет Аленушка, Москва. Я говорю, надо в кадр положить просто эту картиночку. Москва. Опять кисточки сбрасываются. Не кидайте грязи, да, из Москвы не кидайте грязи. Голубенький, голубенький, да, дублируем. Так, вон Новокузнецк с нами. Ура! Привет, Новокузнецк. Тамоя, если я правильно прочитал, подписалась на нас. Спасибо, девчонки. Так, никто не экстрасенс, чтобы зайти в эфир и знать, что за город. Ты просто, а какая разница-то, какой город? Важнее, наверное, на каком языке говорят, чтобы было понятно. А то я вчера зашел, а там это... Африканцы. Африканцы на разных языках говорят, ну, половину я понял, а половину нет. Вот, желтенький кладу. То есть вот этот дизайн такой на самом деле быстрый. Да нет у нас модеров никаких. У нас все само как-то там вырезается. Мы не знаем, как это его отключить. И пробовали даже снять галочку, где это... Ну, фильтр... Автомодерация, да. О, теперь у меня 22:22. Так, ладно. Омск с вами, да. Ура. Сегодня я видела в Телеграм. Почему-то я не всегда вижу сообщения с Телеграм. У меня тоже на Андроиде такая же история. У меня... В Телеграм каждое второе сообщение брякает. Первое не брякает. Неважно, кто пишет, куда пишет, откуда пишет. Так, какая красота. Подписалась, чтобы вас желтенький. Не потерять. Красиво все. Умница. Привет из Бурятии. Привет, Бурятия. Привет, привет. Я с Белгорода. Привет, ага. Белгород. Добрый вечер. Прикольно получается. Белгород. Спасибо вам. Ага, Мирледи у вас. Вы знаете Белгород-то? Мы сегодня вот один голубенький лачок используем, Мирледи. И это вот ваш, белгородский. Да там написано модератор просто, потому что мы думали, что если сделать человека модератором, то будут сообщения проходить. Но у нее вот, как у всех, через одно сообщение проходит, а модерировать тут особо ничего не помодерируешь. Да я вам больше скажу, я сегодня вела автоэфир и сидела, смотрела, ну как бы, чтобы отвечать на вопросы, которые идут. И мои сообщения же с моего же компа он не пропускал. То есть я человеку прям выбрала, отвечаю, а он мое же сообщение не пропускает. То есть ТикТок своеобразно работает в этом плане. Вот, желтенький, оранжевенький положила и розовенький. Вот, продублировала, да, пока такую колбасочку положила цветную. И сейчас будем ее опять второй раз натушевывать. Уже ничего тут сложного. Видите, какое яркое оно сейчас сразу будет. Прям сочнее, чем о, было. О, прикольно, ты из Белгорода кому-то там... Не, мы не из Белгорода, это вот... там Гелай, из Белгорода. Гелай. Ярко получилось и шикарно, пишет тебе. Да, спасибо. На лето самое то. На лето самое то. Педикюры, да, как хорошо такие же яркие делать. Вот, видите, положила колбаску. Могу даже чуть-чуть еще поширше вот здесь его сделать. Поокруглить, да, вот эту верхнюю часть. И о, сейчас... Егорушка пришел. Привет, Егорушка. У нас сегодня рисовальный эфир, как и обещала. Кому не нравится, проходите мимо. Мы вас не держим. Кисточку меняем на нулевочку, которую пошире. Опять ее чуть-чуть в чистом базе или топе жиденьком, что у вас есть. Чуть-чуть вы протянули. Много не надо, чтобы воды не было. Вот. И аккуратненько пошли опять на стыках. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так, как ладошкой. Шлеп-шлеп-шлеп. Домой шлеп, пишет, шлеп. Я тоже учусь делать маникюры. Молодец. Вот девушка тут тебе пишет, какая красота. Кто-то написал гадость, но я не буду читать. А вы сами сначала попробуйте так сделать, а потом пишите. Видите, какой мягкий переход мы сделали? Снова вот так кисточку вытерла и пошла тянуть голубенький с желтеньким. Все правильно, Альбина пишет. А вы сами попробуйте, а потом послушаем, что вы скажете. Потому что... О, Алена к нам ага. зашла. Как... Это мы в тот раз, она у нас была на эфире. Ура, как рада ага. снова присутствовать на эфире. Сегодня делаем ура. Ногти вместе с вами. Вот, здорово. Может быть, какой-то из дизайнов возьмете на заметку. Первый у нас такой, видите, градиент ленивый, скажем так. Вот, но вы можете даже сердечко, это немножко даже может быть сложновато, потому что здесь форма есть. А вы можете просто какую-то полосочку, линию, то, что вам проще, да?
какой-то такой попроще объект. Горшка спрашивает, что вы делаете? Ну, у нас дизайн на сегодня, горшка летний. Вот градиент, сердечко, Аленушка градиент. Аленушка пишет, это эфир для тех, кто не умеет рисовать, а то, что Анжелика показывает, сможет даже каждый. Да, то есть у меня в эфирах именно в ТикТоке... Все еще ждем ногти мужа. Нет, нет, это не сегодня, я не дамся. Да, нам еще не прислали, скорее всего, на следующей неделе. Я жду от менеджера сообщения. Надо написать им. А вообще же выходные же были. Да, же. Я не знаю, может, они не работают. Длинные сегодня. Выходные. Я тоже думаю, они ушли на праздники, поэтому не ответили. Вот. И последний тут у нас почти что растяжка. Оранжевый с розовеньким. И сейчас я вам покажу офигенную хитрость. То есть мы это так не оставим дело. Мы сделаем с вами еще круче этот дизайн. Я вам покажу фишку, которая сейчас очень модная. Все правильно. Если вам не нравится... Вас никто не держит. Не судите. Ну, то, что кто-то написал, что дизайн... Ой, мы на таких вообще не обращаем внимания. Еще бы мы обращали. У нас только нету времени. А те, кто нас злит, мы потом блокируем. Да. Вот, растянула. И, в принципе, вот розовенький с фиолетовеньким можно тоже чуть-чуть поднатушевать. Сейчас будем сушить и покажу вам еще хитрость. То есть первый дизайн, видите, мы с вами уже практически... Я бы еще какой-нибудь камень бы в уголочек сердечко бы влепил, и вообще бы получилось а бы. А ты сейчас увидишь, что мы сделаем. Может быть, ты и расхочешь камень. То есть чуть-чуть вот здесь тоже потыкала, растушевала. Чтобы я камень расхотел. Вот, видите, у нас уже клевое-клевое такое мягенькое сердце. Сушу 30 секунд, и мы сейчас сделаем клевую вещь. Я очень давно хотела топ-флекс. Топ-флекс, это сейчас я вам покажу, чудесная вещь от Nano Professional. Вообще, этот топ разработан был специально для объемности и для крепления страз. То есть, он сам по консистенции достаточно густой и держит высоту. То есть, им мы ногти не перекрываем ни в тонкий слой, никак, чтобы зафиксировать гель-лак, а именно вот сажаем на него стразики или делаем выпуклые эффекты мокрой капли. И фишка его, в отличие от твердого геля, то, что он без липкости и сразу глянцевый. А кто помнит, когда мы делали мокрые, ну, вот такие вещи, то, что в прошлых эфирах, например, вот здесь я ставила твердым гелем, ты его протираешь, он не такой блестявый, надо еще топом сверху каким-нибудь блестявым пройти, а тут сразу же готовый блестявый эффект. Вот, то есть я наконец-то себе его приобрела. Вот, читаю дальше. Да, про критику я тоже говорю. Да вот вы все вот это, кто пишете, ведь критику надо принимать. Вот я еще в эфире ни одной конструктивной критики не слышала. Да, если вы что-то интересное скажете... Конечно, я только рада послушать опытного собеседника, коллегу, который мне объяснит по полочкам, там, что, где и как. А просто там написать грязное, фу, некрасиво, это не конструктивная критика. Не путайте жопу с пальцем, я не знаю, друзья. А то все такие умные, прям сразу, ой... Не умеете принимать критику, не выкладывайте видео. Такая логика. Так это где твоя критика? Поэтому не позорьтесь и не нарывайтесь на бан. Вот и все, что я вам на эту тему скажу. Да. А, вот. Так что теперь у нас, знаете, какая сейчас будет фишка? Мы берем топ вельвет и перекроем матовым топом. То есть сейчас в тренде... А вот этот эффект перепелиного яйца, вот эти точки вкрапления, матовой текстуры. Но само сердечко мы матовым не оставим. Мы сделаем ему такой стеклянный объемный эффект, как будто бы это ожерелье или льдинка какая-то. То есть, ну, вот такая вот фишка. Сейчас я перекрываю. И тоже сушу. Это матовый топ. Вот ровненько покрыла. Все у нас хорошо зафиксировалось. Все с тобой согласны. Ну, правильно, конечно. Если хочешь что-то говорить, а говори обдуманно, интересно. Вот у меня тут, смотрите, какая-то крышка, был вот топ. Решила стереть обезжириватель, начала обдираться вот эта вот матовая пленка. Протерла один раз, у меня теперь, смотрите, весь пластик раскрошился, вообще в руках ломает. Никогда такого не было. Выбросить этот колпачок страшный. Наверное, надо выбросить, просто обезжириватель даже жалко, такой нейтральный, как бы, ну, то, что там не ацетон, а почему-то растворилось. Вот остался такой колпачок, но топ классный. Вот этот престиж, как на ногтях носится, мне нравится, не стирается. Круто-круто, у меня есть гель-лак и риск номер
316. Да это красота. Просто колпачок, наверное, из этих, из материалов, из которых Apple делает да, свои да, провода. Да, 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 биоразлагаемый. И вот смотрите, у этого топа есть легкая дисперсия, то есть дисперсия – это остаточная липкость. Вот видите, он поблескивает. Стоит мне протереть салфеткой с обезжиривателем. Да, у меня тоже так, очуметь. И скажите, все. Пожалуйста, еще раз дизайн. Вот такое сердце. И что мы сейчас делаем? Как я вам говорила, хитрость, да, хочется сделать льдинку. Хочется поэтому камень, ну давай льдинку. Льдинку. Я этот топ флекс сразу выставляю себе вот капелькой на палитру, чтобы мне было удобно его кисточкой брать. И сейчас мы берем тонкую кисточку и вот эту льдиночку как бы доформим. У нас будет этот блеск очень красивый. Бомба-ракета, в общем, то, что нужно. Итак, чистая кисточка. Сейчас ее протру, что она тут не совсем чистая. Вот, все. И тонкой кистью сейчас сделаем этот эффект. То есть, если у вас такого, конечно, флекса нету, вы просто возьмите, какой у вас есть густой топ, да, который держит объем, не растекается. Я тоже обожаю вот эти матовые ногти, вот это все, и в дизайне оно смотрится просто роскошно. И не заползая за границы нашего градиента, я оформляю сердечко. Получается, что фон у нас матовый, а сердце, видите, оно как уже начало блестеть. Вот этот эффект, я вот не знаю, хочется облизать такие дизайны, если честно. Как конфетка? Да, как конфетка-леденец, вот точно, леденец. То есть вы можете просто линии полосочки рисовать. Сердце это, конечно же, чуть посложнее, потому что тут типа симметрия, вот это все завитушки. Нарисуйте просто там вертикальную какую-нибудь горизонтальную линию. Тоже будет очень красиво. Ну, а для тех, кто готов посидеть, да, повозиться, то и сердечко тоже можете сделать. Вот, видите, как красиво оно уже блестит, в отличие от матовой стороны. И с другой стороны. Если хочу, я могу вообще в два слоя сделать этот объем, чтобы оно было максимально такое прям выделялось. Вот. Ну, как вам идея? Нравится? Да, это очень красиво. Тебе написали. Спасибо. Ставьте плюсики, кто будет повторять. Сразу несколько техник вам. Да. Анжелика показала. И градиент. И вот этот объем. И то, что эффект вот этого яйца перепелиного. Как совместить вот это все? Бомба, да, Алёнушка, спасибо. Да, интересно, плюсики, плюсики, угу. Огонь, плюсики. Вот подписывайтесь, потому что каждый раз, выходя в эфир, я стараюсь для вас что-нибудь такое новенькое, оригинальное показать, не одно и то же. Нет, эфир мы где-то 8 начали, недавно, полчаса идет. Я буду делать дизайн коровьи, захотела сделать пятна с таким эффектом, написала да, Алена. Да, тоже можно. Круто! Да, перепелиное яйцо сейчас в большом тренде. У Нана, кстати, тоже вышел топ этого с перепелиным яйцом по запросам, да, скажем, народа. И вообще клево все эти яркости с этим топом смотрятся. Вот, я аккуратненько, видите, уже дооформила сердце свое. А почему вот перепелиное яйцо цвет есть, а страусиное яйцо цвета нет? Не знаю. Смотрите, какой прикольный вообще, да? Просто супер, пушка. Я сейчас это просушу, видите, никуда ничего не затекло, где я положила, там оно и блестит. Сушу. Мне напоминает это, опять же, знаете, радуга. Помните, у нас вот эти в детстве были, ну, радужки, которые вот так шлеп-шлеп ходили, пружинки. Вот какое-то такое же, да? А сколько дизайнов будет, если не секрет? Как всегда, 3 дизайна в эфире. Первый бесплатно, 2 за деньги. То есть я вам могу сейчас показать, мы тут в прошлом эфире рисовали, я его еще на YouTube не выложила. Вот, ставьте плюсики, если хотите, чтобы я поскорее, да, это обработала. Идея задумка клевая, если я начну это себе делать, я провожусь долго. Насик написала. Вот. Насик, ананасик. Ну, попробуйте, в принципе, я так объясняю доступно. Главное вот потренироваться, чтобы ручку набить. Вот это из прошлого эфира. Дизайны мы делали тоже ленивый градиент. Зато красиво, красота. По пудрочке акриловый такой пейзажик. Ставьте плюсики, если хотите, чтобы я поскорее его смонтировала. И все записи эфиров я выкладываю на YouTube-канале. Вы можете, то есть, прям совершенно бесплатно свои силы попробовать, порисовать. Прочитай там позади. Да, и ссылка в комментариях, в профиле в ТикТоке у меня. Самый нижний. Идея, задумка клевая. Это если, ну, это да, это прочитала. Зато красиво, красота. Сам внизу, последний сам сообщение. Татьянка, ногтями не занимаюсь,
но на вас нарываюсь, и все. Все дела дома на месте, заблокируйте меня. Нет, мы так не будем. Вот видите, вы к трендам тянетесь, к творчеству. Мы позитивные люди, так что не обязательно прям ногтями заниматься, чтобы наши эфиры смотреть. Ну, а те, кто смотрит и учится, я вообще вдвойне рада. Вступайте в наш телеграм-канал. Вот у меня верхняя ссылка, она же есть в шапочке профиля, да, ТикТока. То есть там анонсирую эфиры, полезная инфа, да, для вас, и чат с моими девчатами, кто дружку поддерживает. Вот, то есть, ну, ссылочка есть, я поэтому долго показывать не буду. Найдете. В понедельник пойду учиться. Это вы на живые, наверное, курсы, да, пойдете учиться? Или курс будете приобретать у меня? По поводу курсов онлайн вы можете мне в личку писать, я отвечу. А правда ли, что сейчас ровные блики никому не нужны? Не соглашусь с вами, потому что ровный блик – это правильная архитектура ногтей, да, вот у меня сейчас. А правильная архитектура – это залог крепкости ногтей и носкости. То есть, если вы посмотрите на мои натуральные ногти, вы увидите, что большого слишком объема здесь нет, но при этом ногти очень-очень прочные, видите, даже не гнутся. Насколько они жесткие, с тонким слоем базы. Это именно фишка архитектуры. Поэтому блик, он никуда не денется. Он всегда есть, был и будет. Ну, наслоим еще слой, чтобы оно прям еще более выпуклое было. Как думаете? Я теперь только вас буду смотреть. Спасибо, Тамоя. Очень приятно. Давайте еще подпишитесь в Инсте и Ютубе. Ну, я, наверное, наслою тоненько, потому что все вот эти мокрые капли и эффекты, они круче, когда два слоя. То есть я уж слишком сильно не буду наваливать, но еще тоненько пройдусь. Тут прям леденец-леденец был. Но я все равно фанат камней, я бы камень бы какой-то самый маленький в уголочек бы впиявил, в широкий уголочек, в левый. Ну, я могу. Надо, вот голосуйте, друзья, надо стразик поставить. Есть стразик, знаешь, такой, чтобы он переливчатый был, как радуга. Ну, то есть не белый, а именно какой-нибудь такой цветной. Ну, какие-то есть, надо рыться, искать. Ты классная. Спасибо, я вас тоже люблю, друзья, то, что пишете, активные. Подожди, я там пропустил что-то, подожди, я пропускаю. Так, а теперь только вас буду смотреть. На лето такое сердечко просто супер. А у меня очень слабые ногти, пишет Тамоя. Угу. Так, ты классно, я прочитал. Круто получилось, Валя пишет. По блику смотрят, ровные выравнивания или нет, потому что если выровняли плохо, блик будет неровный, пишет Альбина. Да, все правильно. Тамой пишет, ага, хорошо, обязательно подпишусь. Это фишка вот именно в архитектуре, да, мы же для чего этот блик? Не для того, чтобы блик любоваться этим округлым бликом, а для того, чтобы правильная носибельная архитектура была. Потому что ногти это же не просто намазал, как раньше, лачком тоненько и все. Тут надо этот апекс, наивысшую точку. Да, все правильно подобрать базу по типу ногти. То есть это целое искусство. Вот. Ну вот он у меня уже, видите, такой. Причем сильного объема уж я бы не сказала, что он сильно выпуклый, но смотрится уже прям такой скользкий, гладенький, да. Мокренький. Ну, выпуклость видна, кстати, на камеру. Мне нравится, что он выпуклый, знаешь, как будто бы такая наклейка, колбаска какая-то цветная. Да, мы так и делали колбаски. Поэтому сердечко, это, я говорю, замороченный способ, а вы можете просто вот прямую линию, диагональ или вот так, и вот так, типа а-ля трубы, да, такие, ну, как бы трубопровод такой, сделать цветной изогнутый. То есть все, что хотите. Хотите там букву. Эйфелеву башню, да, например. Ну, башню сложнее, но если упростить, как треугольник нарисовать, тоже можно. Ну, в принципе, вот все, я тут аккуратно сделала. Сейчас будем переходить к следующему дизайну. Тут уже, в принципе, думаю, ничего, только если камушек действительно поставить. Но вы проголосуете, надо или не надо. А я пока сушу 30 секунд. Надо камень. Голосуем один раз, да? Если надо камень, ставьте плюсик. А если не надо, то напишите фразу «Я ушла в магазин». Ага, хорошо, обязательно подпишусь. А я только начинаю делать ногти, уже все заказала, что нужно для начинающего мастера маникюра. А, Валечка, я вас поздравляю. Сейчас такое классное время, когда столько материалов разных, столько фирм. Целые просто глаза разбегаются, потому что когда я начинала в свое время, было мало что. А сейчас прям простор. Плюсы, значит, надо. Так, я достаю... Просто никто не захотел писать, я ушла в магазин. Очень длинно. Очень длинно. Я достаю вот коробочку со стразами.
Это причем еще не все мои стразы, но вот у меня тут какие вот есть цветастики такие. Ну, наверное, не слишком крупные надо, да, то крупные. Все-таки сердечко аккуратное. Вот у меня еще есть стразики, тут уже цветастые. Все правильно, хей-хей. Главное не экономить на материалах. Кого возьмем? Наверное, цветастенький какой-нибудь. Самый мелкий. Самый мелкий и цветастенький. Он синенький, мне нравится, голубенький. Вот этот голубенький. Вот такой? Я подойду, посмотрю, а то задержка же. О, пошли подарочки, ура, спасибо. Спасибо за подарки. Вот, я ушла в магазин, кто-то сейчас не написал. Ага. И так, вот мне вот этот понравился. А, синий прям, яркий, синий. Да, мне кажется, вот в этот левый верхний угол. А, ну, хотя он пойдет, потому что там как раз фиолетово-синий. Синим, да. Или давайте. Фиолетовый туда какой-нибудь. Ну, давай уж синий. И красный бы туда подошел. Ну, извини, ты, у тебя тоже уже... Все давай. Глаза разбежались. Ну, вот мы решили синий, потому что давайте он реально... синий, зелененький. И как удачно, у нас уже есть топ-флекс, на который мы сажаем страз. Видите, как он, кстати, клевый. Он практически без липкости, и он уже сразу очень классно блестит. То есть, если мокрые капли делать. Вот в чем его фишка. Я вот разорилась, но зато теперь мне не надо еще раз топом, там все такое. Не надо, как я раньше, сразу ставила базу каучуковой с акриловой пудрой, делала замес. Теперь сразу вот взяла продукт, каплю поставила, и уже все. Какой фирмы гель-лаки лучше покупать? Зеленый вниз еще кто-то попросил. Но ты пока голубой поставь. Да, мы будет... сейчас ставим голубой. Синий он даже, не голубой. Да, он синенький такой. Вот такую точку. И на эту точку, да, видите, точечка, мы сейчас прямо утопим камушек. Я сейчас возьму апельсиновую палочку аккуратненько и установлю. Про гель-лаки скажи. Гель-лаки базы Nano Professional берем хорошие, а цветные гель-лаки могут быть любой, в принципе, фирмы. Они сейчас все даже недорогие, неплохие. А база, которая контактирует с ногтем, должна быть очень хорошая. Так, ну вот синенький беру. Я обожаю фирму Nail Republic, пишет. Ну вот у меня Бенгал. От них цветные флешики неплохие, мне понравилась коллекция. Беру самый маленький. Да, это красиво, а как этот топ называется? Топ флекс, сейчас покажу. И оп, оп. Слегка нажала и вот притопила. Вот он камушек, да? Еще будет поблескивать. И все, сушу. Сейчас покажу Фиг вам знает, топ. Надо было там камень. Кто тебе вообще сказал, что камень поставить? Флекс, мы проголосовали, поэтому все, у меня тапки не кидай. Какая у вас поддержка на фоне? Супер, да. Муж старается. Если не поддерживать, меня не кормят ужином просто. Да, у нас тут все по бартеру. Вот, а когда покрываем гелем, нужно наносить базу? Да, нужно, под наращивание, под укрепление твердыми гелями. Все-таки нужна база специальная, моделирующая, которую вы наносите в тонкий слой. У Nano Professional это база Vita Base, которую вот я использую под полигель, под гель. И вот видите, здесь так и написано, гель для моделирования ногтей базовый. То есть вы его в тоненький слой втирающим движением нанесли, а дальше подставляете форму, либо наращиваете, либо делаете укрепление. То есть у этой базы, вот таких баз для моделирования, более повышенная адгезия, сцепка с ногтем, чем у обычных баз. Супер, счастье вам, спасибо большое. Спасибо. Ну вот первый дизайн, смотрите, какая прелесть, красивое сердечко. Я купила гель-лаки Коди, очень плохо просыхает. Лампы слабые. Ну, гель-лаки Коди – это отдельная история. Коди очень много подделывают, поэтому я не люблю работать с тем, что часто подделывают. Сомнительного, да, качества вещи. Вот. Анжелика, а как вы апельсиновой палочкой подцепили? Кого? Стразик? А я слегка кончик опускаю вот в тот же гель, вот слегка, чтобы не испачкать стразик, и потом уже в стразик окунаюсь, он прилипает. Спасибо. Ага. Муж топ пишет. Угу. Макнул ее, да. Ну, моя ты птичка, муж топ. Ой, спасибо, птичка. Прям так приятно. Так приятно. 40 человек в эфире. Так, ну что-то у нас отвалилась часть, но у нас сейчас будет морская тема. Может быть, народ, кто изголодался по волнам, да, захочет присоединиться. Так, следующий типсик. Махира пришла. Привет, мои хорошие. Привет. Спасибо, пишет Аленушка. Угу. Так, вон там люди добавляют всех друзей. Меня добавьте, а я сейчас там сердечко поставлю. Следующий дизайн у нас будет очень тоже простой и клевый. Блин, а как сделать? Модно сейчас вот эти все камуфлирующие базы с эффектами, просто цветастики. Я буду использовать два оттенка для моря. Это голубой такой небесный 5-6 и абрикосовый 5-4. Он хорошо напоминает как будто солнышко, небо такое.
Вот, а это морские волны. Я сейчас покажу, как с помощью ручки раздуть классные-классные такие волны. Вы супер. Спасибо. У меня нормально просыхают цветники кодиевские. Может, лампа слабая? Возможно, слабая лампа. Это я сейчас беру Teen Summer Set. Такой один из первых наборов у Наны. Вот видите, 5-4, 5-6 мы сейчас будем использовать. Абрикосовый и... небесный. Вот так вот это изначально появилась эта серия. То есть сначала были камуфляжи и белый с розовым. Супер, Море, ты и муж очень классно. Вы классные, да. Пожалуй, подпишись. Муж сейчас на работе, вы им не палите. Так, вот два у нас, две базы. Фишка баз, как я говорила, что сразу и скульптура, и цветоукрепления, они вот такие жестенькие, прочные. Смывравнивают. Сейчас будем делать градиент. Сейчас вы видите, как легко они друг дружку вмешиваются. Сначала мы как, когда берем базы, которые давно не брали, мы вот так катаем, чтобы перемешать пигмент. Так, ты там почитай последние сообщения 5, наверное. Ага. Я просто хочу это... Ты муж очень классный. Спасибо, Анечка. Аленушка пишет. Ходит цветники ничего, а с глиттером не очень. Вот видите, хорошо, что вы вот общаетесь, пишете, потому что я не все тестировала, а так у нас такая полная база знаний. Делимся опытом. В профессии я уже 10 лет, Тамоя. Добрый вечер, вы супер. Подскажите, пожалуйста, хороший матовый топ, чтобы не облизал. Но вот сегодня в работе я использую вот такой Planet Nails. Мне нравится он и для типс, и для на руках хорошо носится, как раз не слезает. Но чтобы не слезал матовый топ, его надо наносить на липкость. Либо на липкость от гель-лака, либо на топ с липким слоем. Тогда он не будет облизать. Вы тут облизать, слезать, мне текилы захотелось с солью. Не захотел. Пожалуйста, да. Ну вот, начинаем. Сначала у нас сверху пойдет нижняя часть, это, точнее, верхняя часть, это солнце, закат, рассвет, как хотите. Вот, и мы кисточку вот так отжимаем, да, то есть много нам материала не надо, и сначала пробирающим движением таким половинку типсика как бы увлажняем. То есть на ногте точно так же я работаю. Вот это середина типса прохожусь. И увлажнила. Теперь я уже могу нырнуть и взять капельку побольше. Настя, мы постараемся запомнить, что вы, Настя, просто очень много комментариев. Там мой Настя, Анжела. Настя. Очень приятно. Очень прошу вас называть меня Настя. У меня Юми. Угу. Вельвет, но его на топ глянцевый. У меня Фиори, вот кто-то написал. Угу. Надо на всю на липкость, самое главное, все маты. Видите, я сейчас верхнюю часть положила объем, и тонкой кистью мне остается вот так просто стянуть до вот этой серединки, где я увлажнил. И у меня база сама начинает распределяться, очень мягенько входит, вот, ну, вот этот переход создает. Анна написала, у меня сестра ногтями занимается. Здорово, поделитесь с сестрой моим аккаунтом, потому что я реально... рву, скажем, у меня какие-то есть такие фишки, у которых, ну, не у все блогеры это есть, как бы, я так стараюсь с изюминкой работать, поэтому, друзья, у кого есть родственники, сестры, подруги, делитесь, ну, как бы, не жадничайте. Кстати, мне очень понравились кисточки от гель-лака у Фиори. Угу. А Фиори кто производитель? Не скажете? Какая страна. Вот, я сейчас распределила и могу еще кутикуле немножко подтянуть объем. Не смущайтесь, то, что я кручу типс на руках клиента, я бы также бы кистью, ну вот, подтянула бы. И для очень дотошных можно потом, когда уже просушил первый слой, потом взять на кисточку еще немножко этого цвета и еще кутикулу тоненько прокрасить. Но, в принципе, видите, и так хорошее нанесение. Я вот вчера, когда мы там делали позавчера этот маникюр, все под кутикулку близко сделала. Хорошо, вот. Я спасибо тоже большое. Занимаюсь. А моя сестра рисует в компьютере, пишет вот, Настя. Вот, коллега. А мы пытаемся рисовать на планшете, но мы еще не купили карандаш специальный, да. И рисуем пальцем. Да, у меня что-то Snapseed заглючило. Вот в Snapseed там многие вещи тоже там делаешь, ну как бы. Может, обновить надо? Да я уже обновила, вот он не работает. Я сейчас хочу верхнюю часть, как я говорила, еще чуть-чуть наполнить цветом, но я просто сейчас в тонкий слой без уже выравнивать, как лаком. Вот так. Про город промажу. Вам сейчас напишет кто-нибудь. Мы уже договаривались. Да, кто из какого города. И вот просто чуть-чуть, всегда интереснее, когда... Спасибо, Алёнушка! Да, цвет максимально плотный у кутикулы, а дальше он пошел на спад. Ну, это я просто дотошничаю, я бы, ну, как бы могла бы не дотошничать, но я такая. Мне зудит просто, если я не сделаю. Вот, все, сделала. И видите, до середины типса. Сейчас будем воду делать, Море.
Да, стилус, но вот мы не знаем, можно ли для Apple купить это на AliExpress. Родной стилус, который на AliExpress за 1500 или обязательно покупать Apple за бешеные деньги. Вот города пошли, Москва, Космос из Кемерово, приятно, да, что с нами. Алинка из Ленинградской области, привет, привет. Как у вас там в Ленинградской области, да, творят? И масочный режим, и тут же в чемпионат, да, по футболу, как у вас там? Краснодар вот с нами. А вас не залило? А то мы смотрим, там юг Крыма весь залило дождями. А у вас как дела? У них же град прошел в Краснодаре с куриное яйцо. А, точно, мы видели тоже видосики. Как вы там? Геленджик, Краснодар, край наш, наша, теплая наша, да, часть. Как вы сейчас там, бедненькие наши? Какие дела? Вот, я в Геленджике пишу, пишет Анна. Ташкент, Пьер с нами. Угу. И теперь низушку голубой базы сначала также такой полусухой кисточкой увлажнила. Немножко захожу, да, на вот этот оранжевый. Вообще не говорите. Ну, можно попробовать, пишет Настя. А, можно попробовать. Ну, попробовать, ее же купить сначала надо, чтобы попробовать. Угу. А купить это все равно 2000 выбросить. Вот, я, значит, кладу теперь капельку, да, вот такую от цвета на низ. И моя задача лучиками вверх эту капельку поднять. То есть, видите, у нас уже сейчас такое морюшко, да, уже такие краски, лето, классные. Ведь не все же в этом году наверняка поедут, да, на ногтях, но летом такие вещи можно делать. Потому что ногти на виду, как мотивация еще, да. Мне напоминает уже какое-то, знаешь, такое мороженое, манго с чем-то, вот этот замороженный лед. Ага, так, ага. Я буду читать, подожди, значит, Ташкент, Пермь, я прочитал. Так, Набережные Челны, Татарстан, Новосибирск, Ташкент, да, ага, уже был. Да нет, не залило нас, слава богу, что вас не залило, слава богу, а то что-то мы смотрим... В Ялте вообще там апокалипсис. Да, на том пляже, где когда-то мы купались, там вообще какие-то водопады были. Вот, смотрите, нормально, все. Какой мягкий переход. Вы видели, базы сами в друг дружку втянулись. Моя задача просто вот кисточкой тонко еще распределить. Супер, даже плавный переход меня здесь не интересует, потому что мы сейчас будем делать воды и волны. Сушу 30 секунд. Можно, знаете, еще, может быть, блестку чуть-чуть добавить. Мне прям хочется. На волны? Под низ, а сверху на блестки волны, чтобы снизу чуть-чуть там пробивалось. Ну да. Или же можно хлопья юки, например, положить. Алинка пишет, я в Челябинске приехал учиться на ноготочки, а так еще я парикмахер, обалдеть. Ой, здорово, здорово. Вот видите, руки, когда из того места растут, хочется много чего делать. Аленушка, у нас только вчера жара спала. А у нас когда началась? Вчера или позавчера? Да вот буквально 2 дня. Да, у нас только началась. Выгулила босоножки, платье, сарафанчик. Знаете, счастье такое. И я все-таки возьму немножко блески. Вы можете этого не делать. Я просто вот мне свербит. У меня такой вот есть набор осколки льда. Тут крупные мелкие частички. Я вот просто вот эту границу, где у меня будет волна, я чуть-чуть вот так поблещу, потому что все-таки, когда брызги воды, мало ли там ракушки. А если рядом бутылочный завод был, так там вообще все блестеть должно, потому что там тут стеклянные вот эти камушки красивые. Ну, у нас море, наверное, не с бутылочным заводом, но чуть-чуть блеска, мне кажется, не помешает на водичку. Настюш пишет, ну да, я просто там заказывала, но нормально подошел. Настюш, а он это, к айпаду подошел или у вас другой планшет? Потому что, блин, с айпадом может... что-нибудь конфликтовать. Да, там, потому что вот. Все такое. Чуть-чуть заблестил, видите, прям какая-то прям веселая нотка появилась. И сушу. И сейчас у нас будет прикол. Вообще интересная техника. Нам сейчас понадобится самая обыкновенная ручка. Вот. Самое, чем проще, тем лучше. Я отвинчиваю стержень. И нам сейчас понадобится вот эта часть. Мы будем в нее сейчас дуть вот так вот. Просто соломинка от коктейля не совсем подойдет, потому что у нее широкое горлышко, а здесь вот все-таки более такая направленная. Как все аккуратно, вы умничка. Подождите, сейчас еще найдутся хейтеры, которые будут писать, что все криво. Да, это у нас всегда есть такие. Какой без них... дизайн по счету? Второй. Волны сейчас делаем. Нам сразу на палитре, возвращая нашу веселую летнюю палитру, нам понадобится немножко белого гель-лака. Анна пишет, мне домой лететь где-то минут 15-20. Блин, как мы завидуем, мне завистью. Да, капелька белого гель-лака. Вот вчера гуляли, наслаждались то, что тепло, хорошо. И вот еще бы, я говорю, не хватает, вот когда ты окунешься, да, освежишься и дальше потом идешь. Да, все сказали, второй дизайн. А в Сибири всю неделю жара была. Блин, а у нас тут в Москве только началась. У нас тут в Москве
Я не знаю, как на Северном полюсе в последнее время. Угу, все апокалипсисы, все у нас. Ну, зато мы смотрим это, Андре Ньюс, они говорят, что в Одессе такая же примерно погода, как у нас. Ну, так что мы не сильно расстраиваемся. Да. Беру сейчас жиденький топ или базу, и вот начинаю просто слегка-слегка увлажнять вот эту границу, да, где у нас будут волны. Просто вот так вот с нажимом, шмяк-шмяк, просто прокрасила. Большую такую толщину не делаю, мне надо просто чуть-чуть смочить как бы. И здесь мы сейчас будем делать наши волны белым, белым гель-лаком. То есть я беру кисточку нулевочка, неважно какую, набираю вот этот белый. И вот так начинаю, смотрите, похлопывать. Кладу. И вот таким шлеп-шлеп-шлеп вот эту границу оформляю. У меня, в принципе... Ой, кот пришел. У меня, в принципе, гель-лак сам, да, начинает чуть-чуть вот так подтекать. Это уже дуло? Нет, еще не дуло. Я еще не пропустил. И сейчас я буду дуть, смотрите. Ну, я на телефон заказывал, пишет Настя. Настя, телефон, а этот, Apple или не Apple? А то просто, это самое главное. Так, дуешь уже, да? У тебя получается? Что-то раздувается. Алёшка пишет, пожары были 2 недели назад в саду у родителей, а на этой неделе 3 дома сгорели. Ужас! Ужас! Вообще аномалия какая-то с погодой постоянно происходит. У нас Кемерово дожди. Смотрите, какую классную уже волны, какую пену сделала. Еще могу плодуть. Это закон подлости, что будут говорить, что это некрасиво, хоть это и шедевр, и красота. Да, да, вот обязательно кто-нибудь мимо листает, зайдет и напишет какую-нибудь гадость, и потом дальше пролистнет. Так жаль, что я не из Москвы. Смотрите, как красиво. На вес золота. Вот хоть кто-то понимает, да, что такой мастер на вес золота. Смотрите, какие классные волны, да? Можно еще сейчас чуть-чуть вот где-нибудь беленького, да, добавить. А, ну все, тогда попробуем заказать на Алике. И вот здесь сбоку еще ее так вот. Это топ. Видали, как красиво уплыла у меня волна? Вообще, просто. Да у нас у самих совсем недавно были только одни андроиды, вот только купили. Поэтому не знаю. Все, сушу, можно играться бесконечно. Вы знаете, какая естественная волна? Красиво, супер. И все само как бы вот это сделал. Я сейчас сушу. Вообще, то есть... ты объясни, что вообще это можно сделать аэрографом. Да. Не имея аэрографа под рукой. Не имея аэрографа, вот берем простую ручку, вот такую отвинчиваем и дуем. Все, и не надо ничего прочищать. Потому что аэрограф это клево. У меня, правда, конечно, его никогда не было, но я бы хотела на самом деле. Просто мне жалко. Надо, знаешь, как сделать? 20 тысяч. Когда стержень закончится, шарик из него выдавить, еще тоньше струйка там. А ты так не дуванешь. Дуванешь, когда стержень пустой, мы делали. Да. Мастерица, я феном делала, прям захотелось на море. А если кто-то будет что-то... Можно дополнить этот дизайн какую-нибудь морскую звезду, что-то, например. Что-то писать не из зависти будет. Ну да, мы тоже так думаем, мы обычно блокируем. То есть, видите, можно сюда какую-нибудь морскую звезду. Можно, знаете, перекрыть глянцевым топом, например. Здесь еще посыпать акриловой пудрой и сделать как следы такие. Сделаем так. Пяточки сделаем такие на песочке. Сделаем. Но вот этот дизайн я уже буду глянцевым топом перекрывать, чтобы он красиво блестел. А вы пишите про пятки. Будем пятки красно-оранжевая делать? Красно-оранжевая звезда. Можно и звезду. Да, написать. И, да. И пятки надо. Да. И пятки надо, да? Да-да-да. Будет круто. С пятками. Я просто думаю, пятки и куда бы еще звезду. Знаете, мы тогда, чтобы сделать звезду... Да-да-да, пяточки плюс-плюс. Мы просто не умеют. Мы, знаете, мы, поскольку пятки мы будем посыпать, это верхний слой будет. Мы звезду сейчас вот под низ нарисуем. Можно луну нарисовать. Ну куда луну-то? Мы сейчас звезду оранжевую сделаем, красивую. Вот я беру вообще самые яркие мечты о Гаити. Все. Это уже точно остро. А мы маленькую звездочку сейчас сделаем. Потом тоже ее можем стеклянным объемом сделать, чтобы она выпуклая была. И пятки посыпем. Пяточки, песочек. Да, пяточки. Вот сама себя настраиваю на позитив, понимаете? В прошлый раз сидим, значит, делает Анжелика ногти в эфире. Все удивляются. Ой, какой тонким, с каким тонким слоем материал. Какая? А он типа будет держаться, не сломается. Потом кто-то в эфир заходит. Че так толсто материал-то наложили? Вообще упал просто. Ага. Сейчас будем делать звездочку. Я сейчас аккуратненько. Ждем дизайн от мужа. Нет, муж дизайна нет. Мужу в следующий раз руки будем, наверное, делать, когда нам комикс пришлет. Да. Звезду мы вот сюда, как будто ее волна пришвартовала, вот сюда положим. Хотя я не против, если мне что-нибудь нарисуют. Да, мы ему Сальвадора Дали в прошлый раз рисовали. Вот сейчас рисую небольшую звездочку.
Ой, какой яркий цвет, шикарно будет. Да. Меня, знаете, что больше всего бесит? У нас здесь стоят офигенные лампы, выставлен исключительно белый свет. А я вот смотрю в телевизор, там постоянно гуляет, то желтит экран, то наоборот синит, короче. И никак это не настроить. Это какая-то автокоррекция баланса белого в ТикТоке, и ничего сделать нельзя. Смотри, какая уже клевая, да, прям? У кого уже морское настроение круизное? Ставьте плюсики. У меня вот сейчас уже прям душа радуется, я уже сама как будто там на морях. Здорово так. Крутяк. Вот. Нарисовала звездочку небольшую. Мы ее еще потом тоже тем же топом, как он у нас, флекс, да, пройдем. И потом сделаем ей тоже объем, чтобы она выпуклая была. Плюсики, плюсики, плюсики. О, плюсики, нравится, плюсики. Нравится. Самими мечтами на море. Вот а такая. А я не поехал, да? Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Ой, я бы тоже поехала, хоть на рыбалочку. Я бы захотелось на море. Шикарно. Юля пришла к нам. Во, я думаю, крупнее, я думаю, не надо. Мы ее сейчас просушим. Где Юля? Можно ей, знаете, чуть-чуть красненького. Но, может быть, я попробую розовым поставить. Или красный все-таки. У меня тут коллекция «Миссия на Марс», о которой я говорила, тоже лимитированный. Вот она как выглядит. Лимитка, видите? Limited Edition. Там все серьезно. А если матовая звездочка, как будет? А, ну, матовые тоже можно, просто мы же то сейчас глянцем будем перекрывать, поэтому, ну, как либо бы. Такую матовую, ну, знаешь, как это, чтобы она блестела, как светоотражающий лак. Вот матовую так. Вы можете, допустим, объемной пастой сделать. Сейчас я чуть-чуть тебе еще тенюшку такую, знаешь, дам. Чтобы сделать, чтобы она имела это, как они у тебя назывались-то? Помнишь эти... Посыпушки какие-то? И посыпушки, по-моему, были, и такой этот был, то ли гель, то ли лак, блин, бумага-то еще такая, бархатная его сделать, чтобы она бархатная была. Ой, у меня бычок от Айкоса провалился в кровать. Я тебя убью сейчас. Ну, он, наверное, на пол туда. Я чуть-чуть, для того, чтобы наша звездочка выглядела объемнее, ей вот такой красновато-оранжевый делать, ну, такую тенюшку. Матовый не так. Приветик, приветик, Юля. Не отрываясь, смотрю, просто мастер-класс. Да, а у нас так и есть. Я вам показываю техники рисования бесплатно, поэтому вы поддержите меня, подпишитесь. Классно, да вот тебя и так поддерживают. Спасибо за мнение. Да, все вот тут тебя это... Пока все хорошее пишут. Злые вот, сделали, будут. Видите, она чуть-чуть стала объемнее. Мы сейчас тоже 10 секунд прихватим, и последним штрихом, чтобы ее доработать, мы еще такие точечки-пупырки поставим. Она же звездочка такая пупыристая. Вот, и мы сейчас ей сделаем, и уже будем перекрывать глянцем и делать пяточки, как мы договорились. Вот, то есть у нас такая вот, видите, выбросила звезду, и вот мы прям чисто красным уже ей так тынк-тынк-тынк-тынк-тынк-тынк-тынк-тынк делаем вот эти. То есть глазу, а на камеру сейчас, может быть, не так это заметно, но вживую, когда ты смотришь такие вещи, это прям цепляет глаз. И реально, ну, такая реализм в миниатюре, как я это называю. Настя пишет, удочку купили, хочу на рыбалку. Я вот тоже люблю рыбалку, но я так люблю рыбалку, когда один сидишь. Угу. Никто не мешает. Все, прихватываем 30 секунд и уже глянцевым топом закрываем. Я уже с вами сейчас не жалею. Спасибо. Спасибо большое. За подарки, цветочки, так приятно. Мария, а у вас рецепты? Надо на вас подписаться, если да. А то мы любим всякое готовить. Сейчас да. Я посмотрю. Так. И глянцевый топ. Тефтели, пицца. Что ли? Угу. Так, все, я на вас со своего, угу, сейчас пока второго аккаунта подпишу. Глянцевый для типсиков, да. Я использую вот такой beautiful какой-то люкс даймонд. Правда, тут единственный минус. А почему-то запольмеризовалось немножко горлышко. Видите, вот по краешку вот эта вот такая каемка. И она иногда попадает, ну, в бутылек. Надо здесь зубочисткой или чем-то почистить. А так, в принципе, без липкости так нормальный глянец он дает. Вот, и что мы сейчас делаем? Мы сначала просто перекрываем глянцем. Все. Это у нас будет, ну, фиксация всех наших рисунков, ручки раздувания. Вообще круто, да? Я вообще в шоке. Первый раз ручкой что-то раздуло. Мне надо срочно такие мастер-классы записать. Но вот эту идею с ручкой я у Ларисы Ильиной увидела, поэтому если она смотрит нас, ей привет. Вот. Но я тут звездочку и пятки, это я уже от себя. Потому что мы тут, как творческие люди, можем, ну, как бы играться и добавить хоть кита. Сейчас я прочитаю это. Ты просто очень много говоришь. Я уже с вами час, пишет Настя, не жалею. Да, я вижу. Я лично второй раз, Махира пишет, на ваш эфир, это просто класс. Спасибо. Попадает. Муж прекрасный, скиньте еще раз смайлик, чтобы подписаться. Вот я там скинул, у меня код. Я с этого аккаунта на вас обязательно чуть позже. А, сейчас надо. Все сделали. И сушу. Можешь. 30 секунд. И песочек с пятками будем делать спасибо с помощью... Спасибо за подарочки, спасибо вам огромное.
Я лично второй. Так, это я прочитал. Угу. Извините, подскажите, пожалуйста, сколько еще дизайнов будет? Если не сложно, можете показать. Еще один. То есть мы с вами, мы по три дизайна. Мы уже сделали такой градиент, такой сердечко с ледышкой. Мы сделали сейчас уже практически с пятками волны. Сейчас будет третий дизайн, тоже вот с такими неонами. Мы будем делать одуванчик. Тоже сейчас такой трендовый дизайн с одуванчиком. Ну, если время останется, Анжела, я могу... тебе розы летят просто... Спасибо за цветы. Букет, букетища. Репейсмар. Рецепис. Рецепис. А, рецепты, да, рецепис. Спасибо. А с какого языка рецепис? Так интересно. Английская. Попробуйте вяленую грудку приготовить. Блин, как-то я это... Я знаю, что из грудки делают... Как это называется? Не вяленая грудка, а этот... Не бастурму, типа бастурмы. Ой, сейчас скажу, забыла. Балык. Так, что я беру? Я сейчас беру прозрачную пудру, вот, и увлажняю топом только нижнюю часть. Вот опять же, у меня он куда-то убежал. Привет из Радужного, смотрю каждый день, Марина пишет. Привет, Радужный, а вы сегодня с нами были даже в авто и в эфире, да, по-моему? Я помню про Радужный. Беляева, о, пишет, я тоже готовлю, я делаю десерты и торты. Так, ну давайте, на всех, кто готовит, я сегодня подписываюсь. Мой котяра... И здесь вот я этот песочек... А ты давно ни на кого не подписывался. Вот здесь вот я увлажняю, да, не весь типсик, а только часть. Смотрю вот по волнам, это у меня как граница такая, не доходя. Так, тут вопрос был, а сердце с одуванчиком можно скомпоновать? Немножко неудобно будет, потому что одуванчик будет размашистый на весь ноготь, такое крупное сердце, можно... А вы сделаете одуванчику этот, шапку в форме сердца. Угу. Вот сейчас, смотрите, нанесла топ, без липкости не сушу и просыпаю. Да, была, Марина пишет. Да, я вот вас узнала, Радужный, потому что автоэфир, хоть и автоэфир, но я все равно отвечала на топом комментарии. Топом красишь сейчас. Да, глянцевый топ и не сушу. Люблю вот. Готовить торты. Блин, я люблю есть торты, готовить это слишком долго. Вот печь я люблю, запекать я люблю мясо всякое, рыбу. Просыпала раз, и могу даже, знаете, пудрочку еще взять с блестками, но у меня вот здесь вот уже блестюшки попадаются, видите, уже поблескивает чуть-чуть верхушка. Как если, красиво. Если я хочу больше блеска, мы же все девочки в основном любим, когда чуть-чуть поблескивает. Там, я на Мальдивах там не была, не знаю, какой песок там белый, но я вот еще с блестками сейчас просыплю. И не сушу я это все дело, видите, ничего не сушила, просыпаю. Я имею в виду на одном пальце, допустим, сердце, а на другой руке... Да, можно, они же из-за того, что они вот эти неоновые веселенькие, они хорошо сочетаются. Вот, смотрите, больше блесточек, как играет теперь песочек. Как натуральный песочек, супер. Да, 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 мы вот и делаем реализм, миниатюр, и видите, пока ничего сложного. Ну, звездочку только, если, может быть, вам тяжело. И что я сейчас делаю? Я могу взять апельсиновую палочку. Я могу взять дотс. Наверное, дотсом будет удобнее, потому что у него скругленный кончик. Вот. И мы сейчас будем делать пятки. Прям по-мокрому, да? Потому что если просушим, у нас не получится. Настя вот. Пишет, сегодня печеный торт сделала. О, круто. Все скидываем подарки на Мальдивы. Угу. И вот сейчас вот я раздвигаю, как бы пятки у нас будут по направлению к воде. А мы тут, вот, кстати, думали про Мальдивы, но Мальдивы там, ну, блин, от берега до берега вот дойдешь, и что там делать-то? Там же маленькие острова-то все эти. Зверюшки только там, ну, блин, мне кажется, за три дня уже надоест. Угу. И я вот раздвигаю глянец вот этот в форме пятки. И мясо тоже уважаю готовить. А вы мастер-шеф смотрите? Аленушка, я, наверное, одна была в шоке от дневного эфира. Мы сегодня вот почти уже досмотрели... финал, мы никак не можем досмотреть, у нас времени нету. И сегодня же, завтра, наверное, уже начнем смотреть новый мастер-шеф со звездами. Ну вот здесь пятки не сильно так хорошо видны, конечно, но оно будет сейчас, когда мы просушим. То, что да, вот... смотрим, космос пишет. Ага, вот мы тоже смотрим. Но за Элеонору мы вот как-то совсем не болели. Мы за Колю Люльку болели. Вот, и здесь тоже, вот я, видите, так прорезаю, не видно сейчас нифига смотрим, на камеру. Смотрим. Но мы сейчас подкрасим, вот я делаю пальцы, раз, два, все три, смотрят, короче, мастер-шеф, мы тоже любим это. Да, да. И мы сейчас просто беленьким чуть-чуть эти пятки подкрасим, чтобы они виднее были. Да, и вот, я сейчас уже сушу, то есть у меня получилось, что я как бы раздвинула эту пудру акриловую, и у меня снизу вот этот глянец проступает. И вот у нас беленький остался, мы чуть-чуть сейчас стопом соединим, чтобы не перекрывать. И чуть-чуть вот, вот эту пяточку подмажем. Космос там. Пишет, я поеду в Новороссийск в августе. О. А у меня в августе день рождения. Круто, можно даже немножко желтенького сюда вмешать. Классный дизайн, Алинка пишет.
чтобы позаметнее пятки были, даже, да, если не за счет вот большой вот песка, ну, насыпушки, да, но мы вот так выйдем из положения. Только сушим минуту. Все просыпные дизайны, минутку. Ой, Настя, да, написала, я только один раз была на море. Я тоже только один. И оба на черном. Да, я тоже один раз была на Черном море. Теперь хочется куда-то подальше. Не отрываясь, смотрю мастер-класс. Сейчас у нас еще будет, да, классный. А у меня 26-го. Сейчас у нас еще будет одуванчик крутой. Котику маникюр будет. Мы ему лапикюр делаем вообще. Анжела ему подстригает специальными щипчиками. Да. Ну что там, у меня уже типсик почти досох. Сейчас вам покажу. Пятки. Ну, пятки это такое сейчас спонтанное дополнение. Вот. Я уже, когда просушила, могу стряхнуть щеточкой. И чуть-чуть вот взять кисточку, то, что я тут намешала, да, беленький с желтеньким чуть-чуть. И вот эти пятки, вот эту глянец, я сейчас подкрашу, и они уже, надеюсь, вам на камеру будут заметнее. Аленушка пишет, а у меня через неделю день рождения. Вот. Подожди, 02-07, а как 02-07? 2-07. А сегодня какое число? А, господи! Месяц-то 6-й. Я что-то потерялся, сегодня 19. А через неделю не 2-е. Через почти пару недель. Вот, в общем... Заранее не поздравляют. В общем, одна пятка у меня здесь и другая. Классно, а у меня 5 марта уже был. Так, сейчас. У меня в декабре 21. Вот у Анжелики тоже зимой и никак на шашлыки не сходить. Ну, как бы только если на дачу у кого-то. Угу. Как же круто. Была на Черном и Азовском море. О, как Азовское-то? Еще живо море вообще? Как мелко оно? Там. А я вот был когда на Черном море, я оба раза почему-то попадал в сезон медуз. Причем в Ялте я когда был на Черном море, это было с первого на второй месяц где-то, да, с июня на июль. Угу. А когда в Евпатории был, это уже был конец августа, начало сентября. И все равно медузы. Но вот в конце августа было меньше медуз. Ну вот такие а-ля лайтовые пятки, я думаю, что сильно тут даже и не надо их как-то... Это такой, знаете, легкий-легкий, ну, намек, потому что у нас же стиль-то, ну, такой экспресс все-таки, да? Вот, я думаю, что достаточно. Вам понятно, что пятка? Ну, что-то типа того, в общем, да? У меня 22 июля будет, Марин писала. Это да, про то, что зимой, блядь, не сходишь. Да, вообще, я раз... Ну, сейчас мне уже вообще, в принципе, в пофигу. Вадим тоже вон в феврале 17-го. Мне, в принципе, пофигу. А в детстве мне вообще было обидно, потому что когда у детей летом днюха, всех водили в парк кататься на аттракционах. А у меня зимой, именно в конце февраля, всегда самый лютый мороз, даже если не было холодной зимы, вот на мою днюху обязательно будет снег, зима, я помню, ты хочешь торт, у нас в городе там не так много было хороших магазинов, и ты прешься через весь город по сугробам, в общем, ужас. У меня в марте 6-го это я прочитал, не прочитал, написала. Ну что, пятки заценили, вам понятно, что это пятки? Я бы, конечно, тень бы на них сделал, что они же типа... Песок же утопленный, чтобы такое-то... Ну вот, да, вот. Но у нас дело в том, что либо темнее, либо светлее, потому что песок-то у нас основной оранжевый. Ну да, темнее надо тень на них где-то вот с краешку взять. Ну сейчас мы вот это как подмалевочек прихватим, и можно чуть-чуть еще какую-нибудь коричневинку... Мне 1 февраля всегда хотел летом, чтобы шашлыки можно было... Вот. Надо всем врать и отмечать летом. Если бы у меня был день рождения зимой, я бы всем врал и отмечал бы лет. Угу. Ну, я, наверное, сейчас рыжинку добавлю. Алиса пишет, у меня 22 августа, у меня день рождения 22 сентября, она пишет. Угу, всех по-разному. Аленушка, ну да, чуток обсчитался, на следующей неделе у племяшки выпускной. Ну да, ну просто, когда днюха, начинаешь заранее паниковать, готовиться, угу. Особенно если кучу народ зовешь. Поэтому я предпочитаю на днюху куда-нибудь уехать, чтобы никто не мог дозвониться и дописаться. Угу. Ну вот такую я легкую тень рыженькую дала. Я думаю, что как будто теперь кажется, да, что глубина такая у них есть, у этих пяточек. 14 ноября, день рождения. Мне 31 декабря. 31 декабря подарки два раза дарят. И ага. На день рождения, на Новый год или как? Ага, сейчас это скажу. Это у Егорушки. Угу. Очень круто, золотые руки. У меня 23 января, самый мороз, да. Ага. Конец января, начало февраля. У меня 18 августа. Да, вот 18 августа даже лучше, потому что... Мне кажется, что вот ближе к началу августа более солнечные дни, а когда у меня 26-го, бывает и дождь, и бывает и тепло. Угу. И хотели мы еще звезду, да, дооформить, сделать ее объемной. Вот у меня топ-флек здесь оставался на палитре, только кисточка у меня сейчас зимой, такая чистая. Зимой, зато самое горячее сердце в паре. Красиво, звезда классная. Угу. Вот и... тут... О, появились хейтеры, ужасно, ништяк.
Мы-то вас и ждали, да. Зима и лето индивидуально идеально считается. Ну, пятки такие, лайтовые как бы. Просто... Я не помню, что ли, на Ростов... Чё? Я не помню, что ли, на Ростов-на-Дону. Так, завидуйте молча, все правильно. Ага, один по-любому подарок. Угу. Я на работе отмечать буду, как раз смена выпала. Ой. Ну, если на работе всё можно... Всё вместе дарит, пишет Егорушка. Ага, ага. А то у меня это, у стилиста, у мастера 3 января, и она жалуется, что ей все время новогодние подарки и день рождения объединяют. Не два, а ей хочется, чтобы ей 2 раза дарили подарок, понимаете? И забыли, а мне летом не нравилось, потому что все уезжают. Это я раньше так думала, говорит. Да, да, да. Это я раньше, правильно. А сейчас наоборот клево. Видите, добавила ей еще объемчика. Вот, пятки, они вот в глазу вживую видны. Всё правильно, Настя. Если хотите, прям эти пятки... Брейнмапс тоже самое. Можно обрисовать, да. Как вы сделали пятки? Мы сделали фон. Потом все просушили, покрыли глянцевым топом. После глянцевым топом прокрасили только часть песка и, не просушивая, просыпали акриловой пудрой. Иногда не бесит рисовать маленькие рисунки. Да как-то вот не бесит, знаете. И можно еще на звезду пупырки. Вот объем сделала, а теперь можно еще такие точечки ей вот сюда прям тынь. Чтобы она еще пупырчатая была. Раз. На вкус и цвет, приятели, нет. Все правильно. То есть мы усложнили дизайн простой, да, добавили тут этого, того, звезду добавили. И вот он у нас уже не 150 рублей, а все 200, да. Вы сами нарисовали звездочку или это фигурка? Вот сами нарисовали, да, добавили гель объемного, теперь смотрится. И можно еще, мне кажется, мокрые брызги. Все правильно, Аленушка, вы можете не делать, а нам нравится. Сушу, и сейчас уж раз у нас топ-флекс, я еще думаю, мокрые брызги сейчас поставлю на волну. У нас же все-таки море. Все, короче, не надо нам тут в чате людей оскорблять. Вы нам не нравились. Заблокируй тех, кто... Блокируй тех, кто нарушает по спокойствию и порядок. Ты уже вон там людей, русский подтяни. У нас тут вообще многоконфессиональная, многонациональная тусовка. Да. Если кто-то по-русски пишет плохо, нас это не особо волнует. Угу. Главное, что мы понимаем. Нам хоть, блин, я не знаю, на каком, на китайском мы переведем. Да. И вот сейчас я такие как бы легкие волны. Вот такие, видите, объемные еще капельки делаю. Пусть тоже будет. Во, все, идеал получился. Мокрые вот эти брызги. Пусть будет. Да, что звездочка такая, оп. Все, мы удалили эту девушку из беседы, так что вы не переживайте. Красиво на море бы сейчас. Угу. Здрасте, хейтерам, хватит, блин, да. Что не знаете, до кого докопаться. Мы ее удалили из нашего чата, пусть докапывается в других. Да, до цыган, которые гадают там. До кого-нибудь другого, а мы позитивные. И вот чуть-чуть такие мокрые еще брызги. А можно брызги? Гель еще раз показать, Анжель? Кого показать? Анжель, гель еще раз. Да. Хоть на арабском, хоть на сербском. Мы все языки. Это любим, был топ-флекс. Готовый топ. Он густой. Он предназначен для крепления страз и для всех объемных эффектов. То есть им мокрые капли делать. Ну, как стразики, я сказала. Он очень хорошо их держит. То есть раньше я делала замес, каучуковую базу и акриловую пудру в пропорции 1:1. А сейчас вот один вот готов. Видите, какой он густой. Он как раз-таки вот очень хорошо держит и стразики. Хоть на арабском, да, хоть на арабском. Арабский, правильно, арабский или фарси, или это 2 разных языка. Кто знает? Да, мы тут любим вообще полиглотов. Вау, как красиво. Аллилуйя, это то, что заблокирую, слава богу. Прикольно получилось, ага, очень ага. Красиво получилось. Вот, видите? А я уже заскриншотила. Я могу снять липкость, и оно все по-прежнему блестит. Если я очень хочу, чтобы вам на камеру пятки были виднее... Я могу взять вот тушь белую, я же не могу успокоиться, да, чтобы вам не было видно. Белый гель-краска, да, или белый гель-лак. Ну, гель-краска, она просто без липкости, поэтому вот чуть-чуть сейчас я эту пятку прорисую, чтобы она позаметнее была. Вот, на камеру поконтрастнее. И все. И мы сейчас перейдем к следующему дизайну. Вот, хоп, ее обведу. Аккуратненько. Вообще, у меня же была прозрачная акриловая пудра, а можно было какую-нибудь желтую пудру. Артем спрашивает, Анжел, я не пойму, у топа кисточка укороченная, что ли? Да, возможно, сейчас я посмотрю. Потому что этот топ, мы же не наносим его как на гель-лак, он именно для объемностей. Он, ну, как бы не предназначен, чтобы мы кистью работали. Сейчас я проверю.
Вы видите, какие внимательные, все сразу видите. Вот, я сделала тут, чуть-чуть подрисовала, и теперь моя душенька спокойна, что вам теперь все хорошо видно. Нас мало, зато у нас тут все по интересам собрались. Да, но мы в тельняшках. Да. Не, нас почему мало? Хорошо. А для чего нужен топ с липким слоем, Оля спрашивает. Чтобы отпечатывать на него что-нибудь. А вы слышали стиральную машинку? Угу. И вот я сейчас еще какие-нибудь точечки на звезду еще белой гель-краской поставлю. Вот эти выпуклые, то, что я делала. И можно еще как брызги на сюда. Изабелла написала, я не вижу комментарий. А может вы во время это смахну... Короче, если смахнуть экран вот на андроиде куда? Вправо, то комментарии пропадают. А если снова влево, то они снова выезжают из угла. Ну все, море мне уже нравится. И сушу. О, стиралка у меня тоже. Да, LG, блин, скачет как зараза. Ага. Хоть на резиновых ножках стоит специально. И сейчас третий дизайн. Теперь лучше видно, вот угу. Марина написала. Красиво очень, да-да-да, Ленушка-то. Будем сейчас делать... Какую? Экспресс. Спрашивает Настя. Чё какую? Чё какую? Да, какую чего? Белым гель-лаком. А стиралку какую? Ну просто пищал стиралка, кто кого стиралка, те узнали, так конечно. Угу. Сейчас белым гель-лаком покрываю тип, стол мы брали с частичками базу, да, теперь просто белый гель-лак. Такая будет и акварельная техника, но гель-лаком. Сейчас вам покажу, как можно классно рисовать. А где покупать такие типсы, посоветуй? А, в ногтевом любом магазине заказать, либо же на Алиэкспресс. Да, но лучше вообще, вы знаете как, мы уже сталкивались с тем, что приходят иногда очень короткие маленькие типсы. Лучше все равно вживую покупать, да. Потому что на Алике можно заказать, а придут прям неудобные. Вот у нас сегодня два летних дизайна уже в эфире, да, были? Сердечко градиентное. А, вот. Нет, проверила, не вижу, только который давно написал. А вы знаете, у меня также вчера было, и я после этого обновлял ТикТок, потому что я даже перезагружал телефон во время эфира, и у меня все равно, у меня появлялись там первые 5 комментариев, и потом все останавливалось. Угу. Но это было на андроиде, а на айфоне, ой, на этом, как его... На айпаде работала. До середины кухни прыгает. Но у нас, слава богу, она тоже очень прыгает, если это, дать ей такую возможность, скажем так. Мы ее поставили на такие резиновые подставочки, она стала как бы меньше вибрировать и прыгать. Но все равно. Но я что-то вот жалею, что купил LG, но ей уже почти 7 лет, так что даже если не сломается, думаю, скоро поменять. И что я сейчас делаю? Вот я же не зря поставила все эти неончики сюда рядом. Рядом теперь с каждой капелькой. Я поставлю по капельке топа. У меня это Вуло, но он очень такой неприятный, текучий. Я уже от него избавляюсь, как раз-таки на типсах им рисую. Потому что он течет все время липкой флакончик. Сколько да, не протирай. За нами, не покупайте. Да, Вуло не покупайте. Я тебе вам просто вот его доделываю, уже докрашиваю, дорасходываю, скажем так. Но он какой-то прям... Он, во-первых, и база у них очень сильная по кислотности, максимально красная. И топ, он тоже пахнет как-то так, как не должен. Видео показываются трюки, исполненные профессионалами, да? Как там надо? Ага, не повторяйте. Не повторяйте это в домашних условиях. И что я сейчас делаю? У меня уже поверхность белый гель-лак нанесен. Я могу протереть с него липкость. Могу, конечно, не протирать, но я люблю протирать. Вот, и теперь мне нужна кисточка нулевочка. Я сейчас буду по кругу, да, делать у одуванчика такие, ну, как бы цвета. Чтобы лучше тушевать для новичков, да, вот особенно способ, можно цвет смешать немножко с топом, тогда он будет пожиже, поотзывчивей. И вот я начинаю. Сейчас вот верхнее пятнышко желтенькое. И вот так похлопываю. Похлопываю, похлопываю. Тем самым я растягиваю как бы цвет. Вот, сделала. Дальше кисточку я вытираю. Сейчас уже буду следующий цвет добавлять. То есть а-ля такой радиальный градиент будет. Вот, смешала, да? И оранжевенький теперь сюда тоже кладу. Как такую капелюшку. Топчусь, пока еще градиент особо не делаю. Просто наношу цвета. Сделала. Дальше розовенький замешиваю. То есть очень такой быстрый дизайн на лето. Самое то. Смешала. Опять же, вот с оранжевым сюда положила. Вот так. Дети на улице визжат. Да, оп, вытираю. Смешиваю теперь с сиреневым. Тоже красивый эффект такой получила. Уже как так? Как хочу похвастаться своими заказами, не проходит.
Так, Настя, тоже, видимо, что-то не прошло. Вот только сейчас вопросик увидела. Подскажите под... А вы в Телеграм подписывайтесь, присоединяйтесь. У нас там тоже чат с девчатами. Такой. Подскажите под, а под, под что под? Голубенький. Может, по одному слову писать будут проходить? Я уже даже не знаю. Я буду просто увижу, когда закончатся слова, все зачитаю. Ну, здесь еще вот такой ярко-оранжевый. Заодно движ в чате будет. Ярко-оранжевый у нас здесь еще остается. Вот мы сюда положим. Вот, кладу, видите, я прям особо не стараюсь, пока просто мну. У нас вот такое пятнышко, да? Я сейчас еще добавлю этот противный топ. Где он у меня? Такой страшный. Алёшка пишет, я потом в Телеграм фотки выложу. Цветик, семицветик. Угу. Да, да, типа того мы сейчас сделаем. Еще немножко чистого топа. И сейчас будем подразбивать. Вот теперь можно на кисточку взять больше вот этого жидкого топа. И можно, знаете, даже чуть-чуть напитать кисть обезжиривателем. Он, правда, быстро испаряется, но топ с обезжиривателем дает максимально водянистый такой эффект. И вот я взяла достаточно много и начинаю просто вот так похлопывать. Скажите, пожалуйста, если я только новичок, то лучше на моделях тренироваться? Конечно, подружек, всех зазывайте. Вот, опять-таки, набрала с обезжиривателем, да, макнула, и вот здесь растаптываю. То есть у меня прям как эффект акварели начинается. Смотрите, как мягенько они растушевываются. Настя написала, я тоже только учусь. Вот, а все у нас в основном новички. Все стараются, все рисуют. Да, вот. И я прям топчусь. И топ он сам мне вот это вот переходик красиво делает. Если мне не хватает цвета, я могу вытереть, да, и еще немножечко подложить. Вот здесь вот, да, чтобы до конца кружочка сделать. А вы какую базу используете? У нас набор. Много баз и все одна на Professional. Да. Нам просто нравится эта фирма. Мы поэтому как бы все покупаем от нее. Потому что качество... Для наращивания. Для... Используйте для наращивания. Vita Base тоже база для моделирования от Nano Professional. Использую. Вот. Во-во-во. Смотри, видимо, у Насти не проходило, и она по одному слову пишет, и, ну, как бы я зачитываю, да. Угу. Проходит по одному слову. Вот. Блин, это, конечно, тоже та еще история по одному слову отправлять. Угу. Здесь вот переходик получили. Чуть-чуть тоже растаптываю. С обезжиривателем. То есть такой мягкий у нас просто, вот видите, переход. Голубой. Удаляют просто. У меня не показывает, пишет Изабелла. Ну вот. Ну вот вчера то же самое было. Вот не знаю, что случилось, сегодня показывает. Но вчера только на Xiaomi такая история была. На Samsung нормально вчера обновлялись сообщения. И желтенький. И на этом, на iPad тоже нормально обновлялись. На Xiaomi вроде как бы этот флагман, правда старенький, но флагман, но вот что-то вот растушевала. Могу еще где-то потоптаться, если хочу помягче, да, переход. Что за кисть? Кисть Рублев, нулевочка, натуральный ворс колонка. Все нормально с сообщением. Ну, вы, вчера вот у меня на телефоне на одном они... Вот заходишь в трансляцию... 5 сообщений примерно показывает, которые вот появляются, и потом все, новых сообщений не обновляется. Не знаю, что было, сегодня все нормально. А у Изабеллы сегодня такая история. Было и на айфоне тоже. Ну вот, видишь, это, видимо, что-то TikTok, может, они обновляют, может быть, что-нибудь. Я перезагрузила, показывает уже, пишет она. Но я вам говорю, что у меня вчера после перезагрузки какое-то время показывало, а потом снова перестало. Вот растоптала свой одуванчик. Размыла границу, видите, какой мягкий такой цветочек. Переход. Вот, и сейчас это дело мы сушим. И сейчас нам останется прорисовать черной гель-краской сам стебелек. То есть, в принципе, все три дизайна сегодня такие, на самом деле, несложные. Я думаю, что каждый справится. Вот такую ореол размыть это точно. Все смогут растоптать. Вот с тонкими линиями сейчас, конечно, у кого-то могут быть сложности. Но я сейчас тоже покажу. Может, какие-то приемчики вы возьмете на вооружение. Тонкие линии. Honor, а у моей сестры iPhone и Samsung. Угу. Тонкие линии. Вот будем черный гель-красочкой рисовать. Тушь-лайнер от Nano Professional. Удобная. Тоже для прорисовок тонких и для стемпинга она подходит. И поскольку она очень пигментированная, вот такого количества прям вполне нам хватит.
Вот, перенесла, пока закрываю баночку. Там у меня уже подсохло. Вот. И сейчас буду рисовать. Можно, конечно, и топом закрыть. Уважаю этого мужчину, который помогает девушке вести эфир. Так классно и мило. Спасибо. Дизайн красивый. Спасибо вам большое. Да, вот рисуем сейчас сначала палочку. Скажите, пожалуйста, а сколько цветов должно быть, чтобы клиентам маникюр делать 30 подойдет? Ну, для начала это прям очень даже хорошо. Вы имеете в виду вообще сколько всего? Ну, если по подсчетам, цветов около 80 или 90, это базовая палитра. А у нас тут все заставлено этими цветами, поэтому я даже вам не скажу, сколько здесь тюбиков. Никогда ревизию не проводим. Ну как, мы проводим ревизию по старости, их выбрасываем, но не пересчитывали ни разу, по-моему. И рисую вот такой кругляш. У одуванчика даже серединка. Но у нас такая будет упрощенная схема. Но что все равно. Это триангулятор. И вот эти вот штучки, да, у одуванчика. Сейчас они еще вот уже, почти их не осталось, да, но еще держатся после дождей. Остались некоторые пушистики. Вот, я вытягиваю такие тоненькие лучики. Похоже, да, уже прям? И могу сейчас вот это дело уже прихватить. Можно, в принципе, еще, знаете, сюда вот эти точечки поставить сразу. Для объемности. Мне прям охота приехать и поучиться. Ага, сушу. У нас есть онлайн-курсы по рисованию. Да, я вам сейчас покажу, сейчас дорисуем одуванчик, покажу свои курсы. Ссылочка закреплена на курсе в описании профиля, да, там топ-линк, и нажимаете, там и курсы, и в YouTube, и Telegram, то есть все мои ресурсы, все есть. И вот чтобы сделать совсем тонкую линию... Я еще не делал, но учусь маникюру. Рисуем мы тонкие линии, опять же, кистью волосок. У меня это тоже от Nano Professional, такой артикул, если будете искать. Она очень именно хорошую линию выдает, и набор краски такой. То есть мы прокатываем и следим, чтобы не было, не нависало, да, никаких вот ушей гель-краски, чтобы кисточка была как иголочка, тоненькая, без каплей, без ничего. Вот, и теперь сейчас будем такие лучики вырисовывать в разные стороны. Нажимаю на кисть и нажим уменьшаю. У меня получается вот этот самый эффект. И вытягиваю, да, в разные стороны. Стараюсь уже вот это тоненько делать. Вот, чтобы линия плавно сходила на нет. Сначала могу нажать, а потом нажим уменьшаю. Получаю такие вот прям как солнышко лучики. Клево, да? Сейчас одуванчик наш уже оживает. Сначала было непонятно, а сейчас уже видно, что это реально одуван. На ногтях круто смотрится, уже рисовала. Аленушка, что я вообще ни одного сообщения не вижу? У меня точно такая же кисть, пишет Настя. О, здорово. Что, тоже подзависла, да, вот про сообщение? Я говорю, у меня вчера эта история была на телефоне, я тоже удивился. Все телефоны показывают, а мой основной, угу, с которого я всегда смотрю, нифига. И добавляю, ну, как бы смотрю, чтобы тоже как бы перебора не было. Вот, и вытягиваю вот эти вот лучики. Егорушка пишет, у меня кисть сломалась тонкая. Вот так. Можешь попробовать в кипятке ее подержать, чтобы волос, ну, как бы ворс распрямился. Необычно. Аленушка тоже, вот, угу, ей, Настя советует перезагрузить телефон. Не знаю, насколько это поможет. Мне кажется, я вчера перезагружал, мне не помогло, а потом уже после эфира я зашел в этот... магазин с приложения обновился, и после этого вот сегодня работает все нормально. Вот, сделала себе такую наметку, как бы, да, могу тоже прихватить лампе. И сейчас мы уже поставим такие, ну, зонтики, скажем, это которые... Это офигенно, все просто. Распужаются. Ну да, я тоже думаю, у вас получится. И сейчас мы еще прикольные такие пятнышки поставим, прикольные, которые люблю в курсе флористики своей давать тоже девчонкам.
Мне кажется, что это паук сидит. Что с ТикТоком? Что у них вообще бардак какой-то стал? Ну, это, вы знаете, сначала испортился YouTube. Потом вот испортился ТикТок. И причем каждый раз это происходило, по нашим с Анжелой подсчетам, когда появлялся московский офис. Сначала с Ютубом было все хорошо, потом появился московский офис YouTube, и просмотры упали. Потом с ТикТоком было все хорошо, появился московский офис ТикТок, и просмотры упали. Так mm-hmm. что я думаю, что дело не в ТикТоке, а в московском офисе. Так, про паука я сказал, что кажется, что это паук сидит. Mm-hmm. Павук. Что с ТикТоком? Это я прочитал. А курсы платные? Да, курсы платные, там есть разная цена, но они это... не ограничены во времени по проработке. Доступ не ограничен, доступ у вас да. постоянно, да, сохраняется. Поэтому очень удобно рисовать, когда у вас загрузка, да, у вас, допустим, нету времени прям за месяц быстро все отрисовать, ну и в своем темпе рисуете. Покажите подножку. Ну, там она такая стандартная, с магнитиком. Да, просто. Просто камушек сам по себе симпатичный. Угу. Вот, я уже дорисовываю черточки. Супер одуванчик, Юля пишет. Спасибо. Третий дизайн, да, сегодня сейчас уже. А, например, сколько стоит? У нас самый дешевый, по-моему, 900 рублей, да? Да, 990. И самый дорогой? Ну, вензеля, там 20 видеоуроков, тренировочные карты, 1990. Вот. Ну, курс реально без воды. То есть у меня все, кто учится, они все хорошие результаты делают. Алёнушка пишет, приобретайте, не пожалеете. Да. Алёна уже у меня сколько? Два курса. Третий сейчас проходит. Вот, видите, уже такой. А вы видите мой комментарий, а то я уже третий раз пишу. Вот этот видим, а те нет. Я надеюсь, к концу лета флористику закончу, пишет Алёнушка. Закончишь, конечно. Она актуальна во все, ну, как бы, круглый год. Сколько стоит такая подножка? Подножка, вы имеете в виду камень или вот эта вот сама пластиковая штучка? Ну, набор, где кристаллик и 6 ножек, рублей 300 на Алиэкспресс. Ну, мы давно не покупали, может, они уже и подешевели, или подорожали, сейчас ничего да, не понятно. Да, непонятно. И добавляю просто вот эти вот штучки. Все, уже у меня все похоже, все красиво. Я думаю, сильно много тоже не буду сейчас чистить, да, чтобы не перекрыть неон. Сейчас уже просушим, доставим такие пятнышки прикольные, цветные, и пару отлетающих частичек, да, у одуванчика. Смотри, не чихни на него, а то разлетится. Да, да, надо аккуратно. Сейчас снова возьму кисточку нулевочка с натуральным ворсом. Угу. Я показала подножку и типсики. Угу, заказала. Молодец, с ними красивее фоткать. Не, выше. Ну, я не знаю. Ага. С предыдущей. Ну, я не знаю, я ходила на курсы, но немного научилась, чтобы рука не дрожала. Ну, тем более, уже проще вам будет воспринимать информацию, да, мои курсы. Вот, и что я делаю? Я вот нашу палитру возвращаю. Сколько такой дизайн? По времени или по деньгам? Ну, рублей 150-то точно. Можно и 200. Это от вашего прайса зависит. Вот, и поставлю вот эти цветные пятна. То есть поставила и растоптала. Вот у меня как будто сейчас будет разлетаться, да, этот одуванчик. Ветер подул, и вот он полетел. Обалдеть, просто, но красота, Марина пишет. Да, и пошли вот эти пятнышки. Я размечаю, разметаю его как бы. Такой акварельный именно эффект. И здесь тоже розовенькое пятнышко поставим. Ну так я на художку еще хожу, Настя пишет. А, ну здорово. То есть вы художественные знания применяете уже в ногтях. Это вообще замечательно, да, когда еще и да. такие навыки приобретаются. Вот, мокрый, видите, вот этот эффект размытости сейчас делаю. Вот так похлопываю, как будто реально водичка разлетелась. Очень красивый эффект. И сиреневый красивый. У нас вообще, я смотрю, пушит. У нас все теперь с нами просто все пролистывают. Мы, наверное, ага. где-нибудь в топе, но никто с нами не остается. Да. Ну и слава богу. Мы сейчас уже, тем более, закругляемся. Уже эфир в автоэфире будете смотреть, если кто хочет, да, кто пропустил. Любитель ярких оттенков. Вот, мокрые вот эти пятнышки я сделала, растоптала. И сейчас еще раз их прихвачу, и на их фоне нарисуем вылетевшие такие сегменты, да, которые одиночные на любителя. Улетели. Я бы... Вот такой же дизайн мне бы хотелось, но только на черном фоне, а сами стебельки, чтобы беленькие были. Угу. А цветастики мне нравятся. Угу.
Спасибо. Ну, это, конечно, для любителей ярких красок, те, кто делают там в офис серьезные нюды, Иринка, это, конечно... Иринка тебе написала, одуванчик офигенный, выглядит круто, угу. Вы молодец. Спасибо. Хорошо, опять приду. Вот, и здесь мы сейчас вот тоже не, такие... Не, вы у меня в реках. О, круто, в реках мы. И вот здесь сейчас мы добавим... Реки, руки, руки, реки, вены там или как? Вылетающие вот эти зонтики. Да, тоненькие вот эти вот сегментики тоже покажем. Что они как бы разлетаются. Надо эту песню, кстати, под кота подложить, где про реки. Вены и реки, реки, вены. Ужасная песня. Ужасная, зато про реки поёт. Угу. Ну, вот так вот парочку показали, там снизу тоже один какой-нибудь аккуратненький. Ветер дунул, и они полетели, сорвались и полетели. Вот, вот так. И сушим. Сейчас перекроем тоже глянцевым топом и еще там 5 минут поотвечаю на вопросы. Пойду монтировать, заниматься тоже будет у нас обзор скоро на YouTube с новыми коллекциями. Будем, ты показала, да, уже? Будем делать. Я показала. Могу сейчас еще показать курсы свои вот для тех, кто как раз-таки по росписи хочет уже овладеть навыками более профессионально, более углубленно. Потому что в эфире такие я простые дизайны, все равно не так подробно, как в курсе это даю. А вот у нас флористика. То, что сейчас вот актуально круглый год цветы. Сейчас поменьше сделаю. Вот, на белом фоне тоже все цветными гель-лаками, но техника такая. А, видите, вот эти пятнышки, растушевочки мягкие очень, как будто бы акварельными красками нарисовано. Вот это такая техника, она для новичков прям идеальна. Кто боится, что не получится, все получится. Я это... пойду учиться на дизайнера, а так буду делать ногти. Угу. Вот, ну, на дизайнера дорогостоящее обучение. Пока, пойду спать, завтра на работу. Ага. Прощаюсь с вами. Мастер своего дела. Спасибо, да, что были с нами. Да, да, мастер. Там кто-то спросил, мастер? Конечно, инструктор. Вот у меня курс осенний, то есть осень тоже не за горами. Тоже вот такие сочные дизайны, как раз объемные вот эти эффекты. Мокрые капли. Очень круто, живописно смотрится. Тут уже 8 уроков. Тоже с неограниченным доступом. И третий курс у меня вензеля. Но удобнее его показывать, наверное, на шкатулочке, на, в рамочке. Сейчас я вам попробую так их развернуть. То есть здесь вензеля адаптированы под современность нашу. То есть те вензеля, что мы рисовали раньше размашистые, посыпали просто, сейчас уже не актуальны. Сейчас стиль минимал. Да? То есть я тут как раз постаралась сделать и градиент с молочной базы, то, что сейчас актуально. Покажите еще раз одуванчик, пожалуйста. А сейчас мы его достанем, он сохнет. Вот, видите, объемные 3D-эффекты. Тоже разные посыпушки, графический стиль, градиенты. Тоже вот у меня в этих курс вензеля еще основы градиента есть. То есть, кто хочет освоить. И классика, то, что ажур, невестам, да, то, что и на торжество актуально всегда. Да, вот такие вот классические тоже вензелечки. Жалко, что я от вас далеко живу, пишет Настя. А онлайн же курсы можно где хочешь проходить. В этом-то и фишка. И перекрываем к топам глянцевым. Наш дизайн. Он готов. Сейчас покажу все три линии. Я вот сюда в середину большой желтый камень его впись. Поставил. Поставил, да, вот где, откуда растут все эти. Ну ничего, сейчас... Это уже когда ты придешь ко мне, сам сядешь моделью, я тебе поставлю. Вот ты мне сделаешь такой одуванчик с это... Ну что попросишь, то и сделаю. С камушком. Очень красиво получилось. То есть вот в эфире у нас сегодня был градиентное сердечко. Настя, я бы на маникюр записалась, говорит. Про курсы, что так далеко. Да, на маникюр записывайтесь за неделю, за две. Кто а видишь, далеко. Да, сейчас очередь очень большая. Так, это вот два дизайна. Сейчас еще будет третий. Да, досыхает одуванчик. Сейчас покажу вам еще третий. Пойду-ка я чайничек поставлю. Я бы на маникюр записалась. Вот третий дизайн. Давайте сейчас буквально еще я с вами несколько минуточек, чтобы поотвечать на вопросы. Да, вот такую красоту летнюю сегодня в эфире сделали. В принципе, все три дизайна несложные. Даже смотрите, сколько на палитре осталось материала, сколько и было. Тут можно еще таких 10 типс нарисовать, 10 одуванчиков. То есть расход, конечно, минимальный. В этом и фишка, да, этих наших росписей. Поставила три капельки, сидишь, рисуешь целый день.
Какой вам из дизайнов больше всех понравился? Вот, мне, конечно, и морской нравится тоже. Если бы я ехала на море, я бы что-нибудь такое точно сделала. И сердечко такой, минимализм, да, попроще. Прикольно. Когда еще эфир будет? Ну, смотрите, мы в эфиры живые выходим, стараемся 2 раза в неделю выходить. Это середина недели, среда или четверг. И в выходные, суббота или воскресенье. То есть каждые 3 дня, получается, я стараюсь. Но у меня еще, конечно, от записи зависит. У меня же тоже я с клиентами работаю. Популярное очень вечернее время. Поэтому в Телеграме я все пишу, когда, да, анонсирую. Отвечаю, поэтому, да, да, отвечаю. Вот одуванчик, да, больше нравится. Все. Дуванчик, море. Они все красивые. Мнения разделились, да, морской клевый. Но я понимаю, что у каждого к чему душа больше лежит, либо к морю, либо к нёнчикам, разрывается. Но мне тоже все нравятся. И морской, да. Тут, конечно, камера не так круто передает. Ну, смотри, на телевизоре, на телефоне совсем по-разному. Да, на телеке, на телефоне все по-разному. Но вживую они прям как-то посочнее. Может, свет поменьше сделать? Это слишком пересвет идет. Ну так, не знаю. Да, я этот еще покажу. Не, так совсем темно стало. Плохо стал, да? Да. Но зато, может, объем появился, я не знаю. Ну, объем он тут и так есть. Угу, все дизайны супер, но одуван... Эрди... В общем, одуван понравился. Ну, я рада, что каждый нашел по душе. Безумно красиво. Вот спасибо. Это реально можно с нуля научиться рисовать. Бесплатно, к тому же, друзья. Поэтому подпишитесь сейчас, те, кто не подписан. Покомментируйте видосы в ТикТоке и погуляйте по ссылкам в топлинке. То есть там как раз-таки на 3... Фламинго как раз безумно красиво. Да, они крутые, да, вы крутые. Да, по фламинго тоже эфир уже лежит, да, на Ютубе. То есть пользуйтесь всеми соцсетями, всеми ресурсами. Бесплатно учитесь, пробуйте свои силы. То есть я буду все от себя зависящее делать. Выходить, пока есть силы, здоровье, да? Вам показывать и курсы платные, и бесплатные. В общем, как хотите, так и учитесь, как вам удобней. Но с сертификатом прикольней, конечно, платные курсы, то, что и обратная связь, и дизайны посложнее, знания посерьезнее, и еще сертификат именной. В общем, кто хочет по обучению, вы мне пишите в личку, лучше в WhatsApp. Ну что, друзья, спасибо, что были Олька, с нами. Только привял, а мы уже все. А мы уже мы все, Ольга. Тут, да. Ну, теперь в автоэфире уже посмотрите. Я надеюсь, ТикТок даст сохранить этот эфир. Если вдруг не даст, придется 2 раз выходить с этими же дизайнами. Ну что, друзья, люблю, целую. До скорой встречи в следующем эфире. Кот идет, да, будем сейчас кормить кота. Целую, обнимаю, люблю, друзья. Пока-пока.